Першим місцем нашої зйомки став міжміський автовокзал. Люди там були не дуже привітні. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке дерегуляція? Чую, чую. Чудово. Я? Що таке дерегуляція? Ви знаєте? Даже не знаю, що відповідати. Що таке дерегуляція? Чого? Дерегуляція. На русскому. Дерегуляція. На русском, ну, переводі. Що таке дерегуляція взагалі? Не знаю, не можу сказати, треба подивитися в Вікіпедії. Добре, я вам просто коротенько розкажу, це коли держава... Вас не турбує, що я шаурму чекаю? Ну дійсно, навіщо складні питання, якщо шаурма холоне? Після невдалих спроб поспілкуватись з людьми, ми попрямували до гіпермаркету «Делікатес». Условия нестабильные, курс валюты. Все зависит от курса валюты. Поэтому, вкладывая сегодня одно, завтра приходится совсем с другим сталкиваться. Ну, в общем, да, конкуренция высокая, добавилась. Вообще конкуренция это важно? Нет, конкуренция европейских государств больше сейчас. Качество продукции выше, у них завал, у них переизбыток. А нам еще немножко нужно дорасти. Знаете, сейчас тяжело начать его вести. То есть вести можно бизнес, в принципе, все позволяет для этого. Но чтобы, наверное, начать бизнес вести, нужны как бы оборотные деньги. Наверное, все это знают. То есть раньше это было намного проще, сейчас это чуть-чуть сложнее. Со своей точки зрения, я считаю, что сейчас это тяжело. Первая причина – это в том, что нужны для начала деньги. Сейчас в кредит деньги брать очень дорого, потому что давать много, проценты серьезные. В связи с инфляцией, с ростом доллара, я думаю, что это очень непросто. Если нет капитала изначального, да, то очень тяжело без поддержки денежной где-то дергаться по бизнесу. Дайте свободу людям работать. Каждый вправе работать и производить. Каждый может конкурировать друг с другом естественной конкуренцией. А никогда это будет, государство решит, что эти люди здесь не нужны. Ну и что это будет? Держава должна контролировать все. И в том числе и малый, и большой, и мелкий, и средний. Любой. Все должна контролировать. Потому что если она не будет контролировать, зачем она нужна? Это не государство. Добрий вечір, шановні глядачі. Добрий вечір усі, хто зібрався в нашій студії по той, по це та цей бік екрану для того, щоб поговорити про найцікавіше, про найактуальніше, що турбує нас, що відбувається в нашому житті. І сьогодні ми будемо говорити про таку дивну річ, як дерегуляція. Дивно, тому що ви бачили у нашому опитуванні, що люди взагалі не розуміють, про що йде мова. Більш того, коли питаєш про це підприємців, вони також не зовсім орієнтуються у тому, що ж мається на увазі. Готуючи цю програму, я декілька разів стикався з тим, що мені казали, а що там таке дерегуляція? А, децентралізація! Ну, я розумію, що децентралізація, дерегуляція – це дві речі, які, мені здається, про децентралізацію зараз кажуть трошки більше, але також мало хто знає, що це таке, навіть ті чиновники, які мають займатися цією проблемою, а деякі з чиновників, які мають впроваджувати децентралізацію життя, принаймні тому, що вони є членами президентської фракції, а саме президент проголосив курс на децентралізацію, взагалі вважають, що децентралізація має відбуватися будь-де, тільки не на їх округах. Отже, ми знаємо багато прикладів того, як чиновники, які мають займатися ось такими дивними проблемами, як децентралізація, дерегуляція тощо, взагалі не уявляють собі, а про що там йде мова, але дуже докладно, дуже фахово пишуть різноманітні відписки, чому саме вони чогось не зробили і як вони працюють над тим, щоб наступного разу зробити все як слід. Ну, а зробити як слід, значить просто ще наступного разу написати чергову відписку, чому вони не зробили і які об'єктивні обставини їм у цьому завадили. Втім, як це не дивно звучить, але ось це комплекс проблем, комплекс заходів, які називаються дерегуляцією, насправді має набагато більше відношення до нас, ніж це може здаватися. Адже, якщо коротко, то дерегуляція – це встановлення нових правил для ведення бізнесу. Для ведення бізнесу як великого, маленького, середнього, будь-якого, навіть тих бабусь, що працюють
продають якісь речі просто з землі. І саме тому це стосується практично кожного з нас. Але ж ми або продаємо, або купуємо по декілька разів на день протягом усього нашого життя. Отже, саме про це ми будемо говорити, повірте, буде дуже цікаво. У нас, як завжди, дуже цікаві, дуже компетентні гості. І для початку я пропоную по хвилині, щоб вони висловили те, що вважають за найнеобхідніше, найважливіше саме на початку програми. Потім ми подивимось невеличкий сюжет, а далі розпочнемо нашу двогодинну дискусію. Будь ласка, Юрій Борисович, Степанець, для початку їх наших гостей представить моя співведуча Валерія Тарутюнян, а потім саме так, зліва направо, ми почнемо наші хвилинні виступи. Будь ласка, Валерія. Добрий вечір, шановні миколаївці. Сьогодні ми раді вітати Юрія Степанець, заступник Миколаївського міського голови. Будь ласка, візитівку на екран. Юрій Степанець. Отримав військову освіту, офіцер морської піхоти. Через скорочення Збройних сил був змушений освоїти спеціальність податківця. Очолював податкову інспекцію Заводського району. З початком бойових дій на сході України пішов добровольцем до лав Збройних сил України. Після демобілізації обійняв посаду заступника міського голови. Чесний, прямий, бойовий офіцер, який не зраджує своїм принципам і в цивільному житті. Артем Вашиленко, виконавчий директор регіонального центру підтримки бізнесу. Будь ласка, візитівку. Артем Вашиленко, голова експертно-економічної ради, виконавчий директор Миколаївського регіонального центру підтримки бізнесу, який виступає розробником комплексу заходів з підтримки малого бізнесу в регіоні, включаючи консалтингові, освітні та інформаційні ресурси. З 2010 року – член експертної громадської ради при Миколаївському міськвиконкомі, керівник робочої групи з питань стратегії розвитку міста, економічної політики, розвитку підприємництва та інноваційної діяльності. Валерій В'єтров, представник громадської ради при Державній регуляторній службі України. Будь ласка, візитівку. Валерій В'єтров. З 1990 по 2013 рік обіймав посади керівника реєстраційної палати Миколаївського міськвиконкому, представництва ліцензійної палати України, представництва Держкомпідприємництва України. Є автором понад 100 рішень щодо регулювання підприємницької діяльності, які були прийняті у Миколаївському регіоні. На даний час в якості керівника робочої групи громадської ради при Державній регуляторній службі займається підготовкою законопроєктів, що стосуються надання механізмів впливу суспільним інститутам і бізнес-об'єднанням. Та Олена Герасимчук, голова регіональної ради підприємців при Миколаївській облдержадміністрації. Будь ласка, візитівку. Олена Герасимчук, голова регіональної ради підприємців при Миколаївській облдержадміністрації. Президент Федерації асоціацій малого та середнього бізнесу. Громадська спілка об'єднує 9 асоціацій, які представляють інтереси підприємців різних галузей господарської діяльності. Активний громадський діяч у сфері захисту прав та інтересів підприємництва. Для миколаївців відома як організатор масового податкового майдану 2010 року. Ініціатор та автор багатьох діючих норм податкового кодексу в частині спрощеної системи оподаткування. Отже, наші гості представлені, наші експерти будуть представлені трохи згодом, вони, власне, самі представляться, і там, повірте, є представники дуже багатьох, якщо не усіх напрямків бізнесу, то розмова справді буде дуже цікавою. І, Юрій Борисовичу, будь ласка, вам ваша хвилина. Добрий вечір. Ну, дійсно, у нас необхідно було вже давно налагодити діалог власті з бізнесом. Пересмотреть ряд регулятивных наших актов, которые, к сожалению, там многие устарели уже, не соответствуют действительности. Хочу сказать большое спасибо Елене Андреевне Герасимчук, которая начала эту работу по созданию межотраслевых советов. Включились в эту работу активно и Валерий Ветров, и Артем. Поэтому тоже хочу выразить им огромную благодарность.
на то, что мы начали работу, как вы уже сказали, не по бумагам, мы уже начали активно общаться напрямую с предпринимателями, выяснять их проблемы, протоколировать их и предпринимать какие-то шаги, чтобы эти проблемы действительно исправлять, и чтобы идти действительно в ногу с бизнесом, помогать им, а не быть пятым колесом телеги. Спасибо большое, Артем Александрович. Николай. Ой, Артем Николаевич, спасибо. Спасибо. Вот вы знаете, вот сюжет, с которого началась наша передача, и вот последний персонаж, который сказал о том, что, вы знаете, государство должно во всем участвовать, должно все регулировать. Так вот, суть дерегуляции как раз в том, чтобы найти вот этот вот баланс. Баланс интересов государства или органов местного самоуправления, в зависимости от того, на каком уровне принимается регуляторный акт, и интересов бизнеса, чтобы те нормативы, которые существуют, не мешали бизнесу развиваться, не были препятствием для отдельных предприятий, для предпринимателей, для целых отраслей. Поэтому суть дерегуляции в том, чтобы найти этот компромисс. Каким образом это сделать? Сегодня вот уже Юрий Борисович сказал, это возможно и в Николаеве, мы сегодня это делаем на таких вот отраслевых площадках, которые начали свою работу, и вот уже 4 таких встречи состоялось. Но это только начало пути. Валерий Евгеньевич, кстати, надо сказать, что, как ни странно, опять-таки, я часто повторяю это, как ни странно, потому что, действительно, с одной стороны, вроде бы сфера такая специфическая тема, еще более специфическая, а с другой, касается огромного количества народа. И вот мы недавно говорили, в общем-то, о вещах других, но как только Валерия Евгеньевича увидели наши зрители, тут же стали звонить и говорить, а вот вы там в вашем отраслевом совете, вы там придумали, вы это там сделали. То есть на самом-то деле уже работа идет достаточно горячая, жаркая, в том смысле, что уже появились сторонники, защитники, появились разные лагеря, которые каждый из этих лагерей отстаивает свою правду. И вот какая же правда у вас, Валерий Евгеньевич? Ну, добрый вечер. Конечно же, дерегуляция – это очень важная реформа, и вот то, что у нас будет возможность 2 часа по ней поговорить, это одна из возможностей все-таки разобраться, что такое дерегуляция. Но я хотел бы начать с того, что дерегуляция проводится не ради дерегуляции. Мы должны уже давно прийти к пониманию, и прежде всего органы власти, что все-таки самая большая ценность вот это у нас, если говорить о городе, это наши предприятия и наши предприниматели. Потому что именно они наполняют бюджет, который тратится на школы и больницы. Именно они создают условия для того, чтобы люди прокармливали свои семьи. Именно они насыщают услуги и товарами наш город. На самом деле, во многих странах успешных развитие предпринимательства, создание условий, это является вот такой национальной идеей. И у них аппаратные начинаются с того, сколько бизнесов организовалось, сколько закрылось. Может, поэтому они успешны. И кто наблюдал сегодня вот эту гонку президентскую Трампа и Клинтон, все видели, что первая встреча, 90% говорили о бизнесе, о развитии бизнеса. Поэтому мы должны все-таки понимать, что эта реформа очень важна, в том числе и дерегуляция, и мы должны понять, каким образом все-таки она будет проведена. И должны понять то, что если общественность, предпринимательская общественность, профессионально и системно в этом работать не будет, мы эту реформу не проведем. Спасибо, Лена Андреевна. Ну вот вы с Валерием Евгеньевичем, в общем-то, достаточно давние союзники. По крайней мере, были такими союзниками на различных этапах, поскольку, ну, в общем, занимались одним делом. Однако вот эти вот вопросы дерегуляции, насколько я знаю, как раз развели вас по разные стороны баррикад, или, по крайней мере, так, на некоторое расстояние друг от друга. Вот опять-таки, в чем разница ваших подходов и позиций? Я сегодня не вважаю, що нас развели по різні боки. Кожен виконує свою роботу, у кожного є свій напрямок, є своя аудиторія, є своя платформа, на якій він працює. Тому, але ми працюємо з малим та середнім бізнесом. І ми перед собою ставимо завдання створити такі умови, щоб бізнесу було якомога краще розвиватися. Не говорю про те, що вже бізнес має працювати так, щоб ніхто не заважав. І ми сьогодні піднімаємо дуже важливу тему – дерегуляція. Що таке дерегуляція?
це бізнес має працювати по певним умовам. Коли по певним умовам, і ці умови мають бути виписані в окремих регуляторних актах. Але коли на ці законодавчі норми, то є норми вищого нашого законодавчого органу, є підзаконні акти. Але коли для малого бізнесу йде навантаження, закон, підзаконні акти, і цей бізнес через ці підзаконні акти зарегульований так, що він працювати не може, то бізнес що тоді робить, іде в тінь. Тому, якщо ми сьогодні говоримо про дегуляцію, то перед вами сидять люди, які певний час свого життя, я 12 років віддала тому, щоб створювати умови для розвитку бізнесу. І на певному етапі виникають питання щодо того, що починати розглядати ті чи інші регуляторні акти для того, щоб спростити умови ведення бізнесу, прибрати ті нормативи, які сьогодні не дають бізнесу розвиватися, тому що умови мають бути одинакові для всіх і мають виконувати. Тому, коли ми бачимо, що ці проблеми стикаються в тому напрямку, де хтось з нас працює, ми на певному етапі сходимося і на одній площадці працюємо. Дякую. Ми ще поговоримо і про майданчики для дискусії, і про те, як це відбувається на Миколаївській області. А зараз давайте подивимось сюжет, який підготував мій колега Денис Костенко, про те, що з цього приводу кажуть саме державні мужі, тобто найвище керівництво області, керівництво держави. Будь ласка. Коли ми говоримо про бізнес різної категорії, від приватного підприємця до великого бізнесу, то саме процес і процедура проходження, вона є різна. І різність цієї процедури регулюється або відповідними законами, які спрощують ведення бізнесу, або формулюється додатковими законодавчими актами і з обов'язковим регуляторною оцінкою, яка дозволить сказати про термін, про кошти, які ми вкладаємо, і ряд інших позицій. Деякі позиції і регуляторні документи у нас в державі, їх просто дуже багато, так? Або кажуть просто, що їх зашкалює. І коли ми говоримо про спрощення підходу, то ми говоримо про такий амбулаторний метод і лабораторний, будемо говорити, аналіз проведення тих чи інших законодавчих актів, рішень, які були за період. Час міняється. Міняється ведення бізнесу, міняється виконання інструментарію бізнесу і міняється відповідно акти. Коли говорити, наприклад, про 20 років тому, і хто міг подумати, що бухгалтерію великого підприємця можна вести на відстані, чи бухгалтерію малого підприємства можна вести за допомогою 5 людей, 3 комп'ютерів, 1 програмного забезпечення, чи можна міжнародні фінансові операції проводити, будучи навіть не в тому чи іншому місці, чи навіть і держави. Це питання говорить про ті зміни позитивні, які повинні аплікувати і зміни тих чи інших актів. Дерегуляція, відміна або скорочення державного регулювання в певній галузі суспільних відносин. Як правило, означає зменшення контролю держави над веденням бізнесу, наприклад, для стимулювання вільної конкуренції на ринку. Дерегуляція і ефективне регулювання – це коли бізнес вести стає дешевше, ніж було до того. Тобто ми маємо зробити все, щоб бізнес стало вести легко, а це значить недорого і конкурентоздатно по відношенню до інших країн. Нема філософської насправді різниці між дерегуляцією і ефективним регулюванням в Україні. Чому? Ну, це лише терміни. Ефективне регулювання – це якраз є регулювання, яке мінімальними затратами досягає максимальне завдання, яке стоїть. В Україні переважною більшістю це призведе до необхідності скасування великої кількості різноманітних бар'єрів, на яких, власне, відбуваються втрати бізнесу. Тобто це або легальні втрати на отримання різноманітних дозволів, виконання різноманітних експертиз, виконання різноманітних вимог. Оце те, що ми скасовували в 2015-му, продовжуємо зараз скасовувати в 2016-му році. Ми хотіли б за рік переглянути більш ніж 70 ринків, базуючись на групах в 4 міністерствах і 5-та, яка створюється в Міністерстві економіки по ринку IT та телекомів, ну і, власне, прийти по ним до моделі ефективного регулювання, яке справді відчує бізнес, і ми будемо звітувати вже не кількісно про те, що ми відмінили 30 папірців, і ми дуже класні, і на цьому розходимося, а будемо звітувати про те, що ми скасували додаткові витрати для бізнесу, повернули їм прибутки, які вони далі можуть реінвестувати, створювати робочі місця і так далі.
Отже, нашому юристові Олексію Кочубію вже є що сказати. Будь ласка. Я бы хотел сделать очень короткое небольшое уточнение или пояснение. Дерегуляция как понятие на самом деле является гораздо более широким, чем просто упрощение условий ведения бизнеса. Собственно говоря, в предыдущем сюжете коротко об этом было сказано. То есть дерегуляция может осуществляться не только в теме бизнеса, она может касаться и, собственно говоря, любой отрасли хозяйства, и она может проходить в здравоохранении, в образовании, да, собственно говоря, где угодно. Недаром, кстати, закон о дерегуляции первой своей позиции касается вопросов жилых домов и жилых квартир, то есть облегчение их переделки внутренних конструкций. Но в нашей стране упор в теме дерегуляции делается, конечно, в первую очередь в отношении бизнеса. В силу того, что, наверное, это требование МВФ, прочих разных шведов и мы все свои основные усилия в плане дерегуляции направляем именно в бизнес. И сегодня у нас в студии, наверное, не случайно собрались в первую очередь представители бизнеса, и, наверное, сегодня разговор у нас будет касаться именно изменений в бизнесе, упрощения в бизнесе. Но я такое уточнение посчитал необходимым сделать. Спасибо. Кстати, вот мы говорили с Валерием Ветровым до начала программы о том, что бизнес, как ни странно, он большей частью, в общем-то, предпочитает смотреть за тем, как кто-то занимается решением их проблем бизнесменов, предпочитает традиционно критиковать, жаловаться на власть, но крайне мало участвовать в этом самостоятельно. У нас вот тут один из гостей просто сбежал до начала программы. Сбежал, конечно, несколько иронизирую, у него там оказалась важная встреча. Впрочем, такое дело. Просто действительно оказывается, что с одной стороны, вроде бы всегда очень охотно говорят любые предприниматели о том, как все плохо. С другой, когда нужно собраться и действительно что-то сделать, до кучи не соберешь. Как ни странно, даже сейчас, в общем-то, обозначают свою готовность говорить не предприниматели, а люди, которые пишут о них, в том числе. В частности, Игорь Пох, который только вернулся из Израиля, и боюсь, что опять будет говорить об израильском опыте. Пожалуйста. Нет, не совсем. Добрый вечер всем. Об Израиле я говорить не буду, а вот Алексей упомянул там про разных шведов, я обязательно Швецию упомяну. Значит, что я хочу сказать? Дерегуляция в контексте нашего сегодняшнего разговора, действительно, я так понимаю, и мы так понимаем, будет касаться бизнеса. Мелкого, среднего, там, крупного там, и так далее. Смотрите, что происходит с бизнесом, когда ему немножечко ослабляют вот этот ошейник, о котором бизнес все эти 25 лет, или 20 лет говорит. Например, можно привести как один из ярких примеров, это то, что убрали предельные цены на целый ряд продуктов питания. Да? То есть была обязательная надбавка, там, по-моему, 15% на некий ряд продовольственных товаров, обязательных. Сняли. То есть решило провести некий эксперимент в течение 3 месяца эту добавку убрать. Что произошло? А произошло то, что и должно было произойти. Мгновенно взлетели цены. Мгновенно. Причем практически в 2 раза на некоторые группы товаров. Например, курятина в 2 раза подорожала. Яйца практически в 2 раза подорожали, куриные. И так далее, и так далее. Хлеб пока еще так держится, но я тоже думаю, будет дорожать. Уже есть такие сведения внутренние. Потом второй пример, который произошел чуть раньше, это то, что связано с ЕСВ, с налогами. Все думали, что с Нового года уменьшение налоговой нагрузки на частных предпринимателей, на малое предприятие даст возможность добавить зарплату руководителям фирм, хозяевам этих предприятий, своим работникам. Этого не произошло. То есть люди просто эти деньги начали класть себе в прибыль.
объясняя это миллионом причин, курсом доллара, там, тяжелой жизнью, задерегулированием и так далее. Просто денег хочется. Да, денег просто хочется и так далее, и так далее. То есть, я, а по поводу шведов, значит, не во всех странах государство не участвует в регулировании каких-то бизнес-процессов. Например, в той же Швеции абсолютная монополия на производство водки, например. А у нас этого нет. Государственная монополия на производство спирта и водки. У нас только спирт пока, но водка нет. Вот. И ничего страшного не происходит. Шведы как-то не спиваются, они едут там куда угодно, но не в Швеции спиваются. Вот все, что я хотел сказать. Пока спасибо. Большое спасибо. У нас Петр Леонидович Мой стал первый предприниматель, который готов вступать в дискуссию со стороны экспертов. Потом Елена Андреевна Герасимчук. Пожалуйста. Прошу обращать внимание, что по две минуты у вас на выступление. Дерегуляция. Это одним словом регуляция. Что такое регуляция? Это когда мы регулируем и до такой степени, что потом уже плохо выкручиваться в этой ситуации, чтобы произвести какой-либо товар или оказать какую-либо услугу. Такое отношение мы сейчас имеем в сфере строительства. Наличие ГАСКов с теми полномочиями, которые у них сегодня есть, привело к тому, что строительная отрасль, строительная индустрия сегодня испытывает тяжелейший удар по своей деятельности. Сегодня все практически регулируется ГАСКами. Выполнение ремонта фасада, выполнение любой перепланировки, без наличия проектной документации, без получения всех согласований, без решения земельных вопросов ничего предприниматель сделать не может. А в связи с тем, что регуляция в сфере земельных отношений, она находится еще более заслуженном, запутанном периоде, то получается ситуация, что предприниматель, обращающийся для отвода земельного участка или продления аренды, не может получить соответствующий документ, а в связи с этим он не может выполнить требования со стороны ГАСК. Все вот это накладывает отпечаток на то, что предпринимательская среда вынуждена останавливаться или вынуждена идти на компромиссы, финансовые, денежные, коррупционные, с тем, чтобы выполнять какую-либо работу, связанную для развития своего бизнеса. Есть еще одна сфера отношений, которая требует очень серьезной дерегуляции. Это система отношений, связанных с подключением к энергоресурсам. Подключение к электричеству, подключение к газу. Она настолько зарегулирована, что ни один предприниматель, даже ни один простой гражданин не может свободно ее пройти. Система настолько коррупционная, что здесь одним словом, дерегуляции мало что даже можно сделать. Здесь необходимо не только дерегуляция, а еще усиление фискальных органов со стороны и правоохранительных, чтобы разобрались в системе отношений между заказчиком и исполнителем. По той причине, что сейчас получилось все наоборот. Значит, предприятия, которые должны реализовывать энергоресурсы, занимаются не реализацией им, а зарабатыванием денег на том, что они дают возможность кому-либо подключиться. Пора этому положить конец. Ну вот, люди пишут, что тема, безусловно, интересная, но очень специфическая. Поэтому, пожалуйста, делайте поправку на то, что далеко не все наши зрители владеют терминологией. Елена Андреевна, пожалуйста, потом Павел Деменский. Я хочу отдать анализ вот высказыванию того, что в отношении регулирования цен. Мы уже прошли это, проходим второй этап, когда мы видим, как влияет. Дерегуляция всегда, мое мнение, во всем направлении, где бы она ни была, то ли для малого бизнеса, то ли для других сфер, она никогда не может принести пользу людям. В отношении регулирования цен. Простите, пожалуйста, уточняйте, каким именно людям? Гражданам Украины. Всем. Я сейчас вам скажу. Малый бизнес, предприниматели, которые работают в малом бизнесе, они тоже являются гражданами Украины. Они точно так же потребляют продукты, как и все остальные. Если человек торгует холодильниками, то это не значит, что он не ест хлеб и не ест мясо. В отношении того, что государство отпустило цены на определенные группы товаров. Мы уже проходили, это был 2003 год, когда государство регулировало производство хлебобулочных изделий. Это закончилось тем у нас в городе Николаеве, что за две недели у нас 86 мини-пекарень лопнуло. Вот это было связано с тем, что цена на муку была очень высока, государство не регулировало, но зато регулировало цену продажной муки. В результате, когда каждая производимая булка хлеба давала предпринимателю минус или собственнику предприятия давала минус 20 копеек, это привело к тому, что за две недели, 86 пекарен, повторяюсь, на которых работало от 20 до 30 человек, просто были выпущены люди на улицу без заработка, без ничего, потому что не было денег, все просто стали убыточными. Ситуация такая же самая сейчас.
Отпустили цены, это значит, говорит о том, что определенные отрасли, которые производят продукты питания, которые вы перечислили частично, значит, они уже находятся в таком состоянии, что если не отпустить цены, то очень большая вероятность того, что эти предприятия просто закроются. Мы находимся в рыночных отношениях, и если предприятия на этом, на каком-то этапе, когда отпустили цены, взвинтили цену на свою продукцию, она отрегулируется покупательской способностью. Если люди не в состоянии будут купить, то они просто не будут его продавать, они вынуждены будут понижать цены. На первом этапе, я думаю, они были где-то в стадии банкротства. Сейчас эти цены, они скоро пытаются сегодня себя как-то экономически восстановить. Поэтому возможно такой рост на какой-то период времени. Но рынок, еще раз говорю, отрегулирует. В отношении ЕСВ. Вы говорите о том, что ЕСВ не дал своего результата. Дал своего результата, и мы отслеживаем это. Вначале, действительно, когда понизили цены, размеры на ЕСВ, я с 2004 года принимала активное участие в тех действиях, которые были направлены на понижение ЕСВ, потому что та нагрузка, которая существует на фонд заработной платы, во-первых, самое главное, она не давала возможности повышения заработной платы. На сегодня есть официальная статистика, что повышено среднее по Украине, уже прошло повышение заработной платы, где-то процентов на 30. Почему не дает того эффекта, который бы нам хотелось? Только по одной причине. У нас очень тяжелое экономическое положение в Украине, и малый бизнес сегодня не в том состоянии, что говорит, что по карманам разбираются деньги, которые зарабатываются вроде бы на экономии на налогах. Сегодня нет денег для того, чтобы сохранить свой бизнес. И это надо рассматривать. У нас сегодня по неофициальной статистике больше 70% бизнеса находится в тени. Черный бизнес составляет серьезную конкуренцию легальному бизнесу. И чтобы себя хоть как-то удержать, они вынуждены на чем-то экономить. Я прошу прощения, обращайте, пожалуйста, внимание на отведенное для одного выступления время. Я могу сказать только, что на моей памяти никогда у нас цены не опускались, разве что, как в песне Высоцкого, было время, были подвалы, было время, цены снижали. Однако точно это не на нашей памяти. А вот ситуация, когда цены повышаются по любому поводу, хватает, я думаю, в истории любого из нас, просто за месяц можно привести таких примеров множество. Очень коротко, по 30 секунд, пожалуйста, вам на комментарии, потому что дальше вот у нас раньше были уже руки. Пожалуйста, Игорь и Саша. 30 секунд. Да, 30 секунд. По поводу предприятий, которое из-за того, что если вы не отпустили цены, разорилось бы, я сразу прошу прощения за такую рекламу. Наша Ряба, крупнейшее предприятие Украины, которое работает на экспорт такими темпами, что и не снилось. Так вот, это предприятие первым подняло цены на курятину в два раза. Так что не говорите, Саша, о предприятии. Будучи предпринимателем, я, конечно же, опять же, изучаю западный опыт, я сторонник дерегуляции, но почему она у нас в принципе невозможна? Потому что на Западе при дерегуляции существуют такие механизмы защиты экономики страны от картельного сговора, от создания искусственных монополий, от занятий нерыночной конкуренции, как, например, антимонопольный комитет. Поэтому, подтверждаю Игоря, вот это все, что мы видим сейчас на рынке продуктов питания, это бизнес, которому помогли, извините, что перетянул, отпустили цены, разрешили зарабатывать, вступил в монопольный сговор и поднял цены. При этом антимонопольный комитет, это только на Западе может за повышение на бутылке пива 10 центов, может впаять 150, 300, 400 миллионов евро штраф. А у нас, как правильно Ярослав заметил, цены только повышаются, антимонопольный комитет ничего не может сделать, ничего не может найти. И именно поэтому дерегуляция в наших условиях без реального антимонопольного комитета, действующего, и других контролирующих, проверочных органов, приведет только повышение. Саша, спасибо. Господа, прошу следить за временем. Павел Деменский, потом наши гости, потом Олег Николаевич Абрамов. Пожалуйста. Практически склонен согласиться с двумя предыдущими выступающими, что дерегуляция, она, конечно же, наверное, улучшает, так сказать, конкурентные условия между предпринимателями. Но настолько, и Артем не даст мне соврать, настолько низкий уровень бизнес-образования у самих предпринимателей, а в результате культура самого предпринимательства, что, так сказать, наверное, устраивая дерегуляцию, неплохо было бы,
какого-то рода контроль над ключевыми какими-то факторами сделать. Например, вот сейчас, идя на передачу, я быстренько зашел перекусить буквально на 5 минут на улице Соборной, это не где-нибудь, вот, в небольшое заведение, там съесть бутерброд. Вот. Я еле дождался своего бутерброда, но там мало того, что дышать нечем, но вот удивительная вещь. Наверное, санстанции у нас нет уже очень давно. При выходе из заведения, знаете, нету. Такой бак метровой высоты открытый, вот так полностью, туда вот люди при выходе кидают там бумажки, обертки от своих этих бутербродов. Так это вот посреди заведения стоит, знаете, в качестве украшения. Ну, наверное... Какая-то дерегуляция, то есть санстанция просто уже давно плачет по нашим заведениям общепита. Я стараюсь редко их посещать, но вот. Артем Николаевич, пожалуйста. Спасибо. Ну вот, собственно говоря, нашим гостям самое время вступать. Я, кстати, Юрий Борисович не поднимал руку, но думаю, что и вам будет что сказать, поскольку это же все-таки в городе происходит. Итак, пожалуйста, уважаемые гости, по две минуты у вас есть. Думаю, что успеете высказать достаточно много. Кто там? Артем, пожалуйста. Ну, во-первых, Павел, давайте начнем с того, что недобросовестное ведение бизнеса и дерегуляция, во-первых, никак не связано. Если в приведенном вами примере, да, организатор, владелец этого заведения считает это приемлемым, вы же больше туда не придете. Точно нет. Не придете. И так поступит большинство потребителей. Поэтому это никак не является иллюстрацией вредности или там, опасности дерегуляции. Это первое. Значит, следующее. Почему на самом деле это нужно и это необходимо? Значит, то, каким образом все-таки построена система ведения бизнеса и какие условия созданы на уровне территории города, области, это является как раз ключевыми факторами конкурентоспособности этой территории. Так вот, если в городе Николаеве, в Николаевской области, на уровне тех полномочий, которые есть в рамках закона о местном самоуправлении, нам с вами удастся привести вот как раз в соответствие этот баланс интересов бизнеса и ответственности государства и органов местного самоуправления, тем конкурентнее мы будем. Пример, что это работает. Напомню, концепция Николаев город свободного предпринимательства, значит, решение знаменитое 13/13, которое мы совместно с Валерием Евгеньевичем Ветровым готовили, которое было принято и которое за 3 года повысила долю поступлений в бюджет города Николаева с 97 миллионов, тогда был бюджет, да, вышли после этого, бюджет был 315 миллионов, это еще в тех деньгах. Так вот, доля малого и среднего бизнеса от 7% выросла до 35%. И это как раз в интересах всех горожан. И когда вот коллега говорит, что от дерегуляции не будет пользы простому человеку, наоборот, нормальные экономические условия, возможность бизнеса быть активным, это возможность наполнения местного бюджета, это интерес каждого горожанина. Поэтому я не согласен с тем, что дерегуляция не касается большинства жителей города Николаева и нашей области. Спасибо, Валерий Евгеньевич. Да, я тоже хотел бы сказать, вот складывается впечатление, что дерегуляция это только для предпринимателей. Но на самом деле, когда пересматривается решение, дальше вступают вот эти три принципа. Баланс интересов предпринимателя, населения и государства. То есть никоим образом при принятии нового регулирования невозможно там, что будут каким-то образом ущемлены права потребителя или жителя. Но я хотел бы, чтобы мы вернулись вообще к реальности, вот то, о чем говорили сегодня представители правительства. На сегодняшний день забюрократизированы отрасли, вот то, что говорил Петр Леонидович, мы встречались со строителями нашими городскими, 980 различных нормативных актов регулируют строительную отрасль. Многие из них еще со времен Советского Союза. То есть я согласен, что если мы сейчас просто ГАСК передадим от одних чиновников областным, городским, ничего для кого не изменится. Вот строители говорили, поскольку времени не строят, и это коррупционная среда. Поэтому давайте вернемся все-таки к теме, о том, о чем говорили. Сейчас правительство будет пересматривать более 120 решений, которые регулируют различные сферы деятельности. Также есть офис эффективного регулирования, который сегодня будет пересматривать целые рынки. И мы говорим о том, мы обратились с этим с официальным обращением к УБИУ, что если это будут просто делать чиновники центрального уровня, центральных министерств, а бизнес в регионах на себя это не примерит,
то ничего не получится. Ведь мы, это не первая дерегуляция, мы провели три уже гильотины. И какие были основные факторы? Первое, она ничем не закончится, если не будет определенного давления на чиновников, они просто сделают это формально. Второе, если бизнес профессионально в этом не поучаствует, а это наша проблема, мы можем собираться, можем критиковать, но профессионально участвовать в каких-то процедурах это сложно. И третья причина, это если даже мы сделаем новые эффективные регуляторные акты, процедуры, которые нужны, они не будут работать в регионах, потому что чиновники будут формально их исполнять, а бизнес в этом не будет участвовать. Вот то, что говорили, очень много есть хороших решений и постанов, и законов, но они не работают. Чиновники формально их исполняют, бизнес о них не знает. Все. Спасибо. Юрий Борисович, ну, вы, как обычно, на программе, в общем-то, не рветесь вперед, однако вам всегда есть что сказать. И вот с точки зрения городской власти, что вы можете сказать в практическом плане вот, реализации всего этого? Как чиновник, ну, я считаю, что дерегуляция вообще тогда будет успешна. Если действительно будет обоюдная ответственность как власти, которая некоторые вопросы действительно дает науку предпринимателям, чтобы они работали самостоятельно, так и предпринимателей, которые, если ряд процессов для них облегчается, не надо каких-то там дозвольных процедур, там применяются какие-то проверки, они тоже должны нести ответственность за свою деятельность. Так. Не зря Лена Андреевна сказала, что у нас там 70% находится в тени. Это тоже как бы результаты некоторой дерегуляции там. В сфере тех же проверок, контролирующих органов. Мы знаем прекрасно, что налоговый сейчас не может выйти на проверку, если у предпринимателя или предприятия оборот меньше 20 миллионов гривен. Там. У нас таких не так их много, предпринимателей и предприятий в городе. Запретили проверять, проводить проверки в сфере экономики там, Министерство внутренних дел работникам. Да? То есть национальная полиция тоже не может принимать участие в таких проверках. Там. Но из-за этого у нас идет рост теневой экономики. Что касается некоторых актов, которые были приняты, тоже я считаю, что не все акты, которые были приняты, которые регулировали какие-то сферы, там пошли на пользу там, нам. Вот свежий пример, буквально там наш рынок Юлиана, где продавцы собирались перекрывать проспект Центральный. Раньше кабинет министров регулировал, что наценка на рынках должна быть не более 20%, то есть рынки устанавливали арендную плату там, не более 20% себестоимости содержания там, данных территорий. И регулировали данную сферу, да? Сейчас неограниченные наценки. И вот к чему оно привело? Мы просчитывали, что содержание, допустим, одного квадратного метра рынка обходится там, от 100 до 150 гривен где-то в среднем. А какие аренды на рынках? 500-600 гривен за квадратный метр. Я считаю, что это не на пользу пошло тем же предпринимателям, которые торгуют на этих рынках. Спасибо. Секундочку, Олег Николаевич Абрамов готов был вступить в дискуссию. Пожалуйста, Олег Николаевич. Спасибо. Я занимаюсь профессионально оценкой в настоящее время. Работаю в оценочной компании. Имею сам сертификаты и оцениваю землю. Суда, самолеты, судозаводы, порты, причалы, ну, всякую такую технику, связанную с морехозяйственным комплексом. Я хочу сразу сказать, что все оценщики – это такие же предприниматели, как и другие. Почему? Они оказывают услуги как раз этим предпринимателям. И от некачественной их работы зависит очень многое и в деятельности тех, кто пользуется этими услугами. Вот. В оценочной деятельности последние годы много было проблем. И как раз, в общем-то, по причине зарегулирования. Значит, в принципе, держава что сделала? Создала мощный регулятор, всеобъемлющий, да, а потом начинает реагировать на развитие, общества нашего тем, что какие-то снижает там требования. И вот в этих условиях важно сказать, что самые верхние регуляторные акты, это там кодексы, законы, безусловно, сложные документы, но в них
и очень много несоответствий, в общем-то, разум. Вот. И регуляторные акты на, так сказать, местном уровне, их тоже очень много. Они, как правило, раздуты. Там, скажем, если в законе процесс какой-то, это там 5-10 пунктов, то регуляторный акт, который сделал земельное управление в свое время, там 80 листов, они его сами не прочитали, архитектура не прочитала, и, естественно, были ошибки грубые такие, которые принесли ущерб и предпринимателям многомиллионы, и бюджету города. Спасибо. Я надеюсь, что мы сейчас вот как бы в первой части нашей программы пройдет, у нас еще как бы вот поговорят Дмитрий Талп, Алексей Парадей, Святой Валентин Бельский. Сейчас мы послушаем звонок зрителя, а потом посмотрим сюжет как раз о том, как работают эти самые площадки, на которых встречаются предприниматели. Но все-таки прежде всего мы послушаем зрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Только если можно погромче. Значит, я не знаю, правильно я задам вопрос или нет, но я хотел бы узнать. Сейчас цены у нас на все виды потребления, вот в газ, бензин, потом отопление, и колбасу, хлеб, они установлены как на качественный продукт или как не на качественный продукт? Ну почему я так спрашиваю? Бензин, сколько раз слышишь, некачественный. Хлеб или другое что-то производство, некачественное. Я как потребитель не могу это проверить, но по себе мы чувствуем, что и вода некачественная, газ мы получаем. Каким образом? Один и тот же объем, как многие люди заметили, закипает по-разному. Один раз ты поставишь, он закипает за 2 минуты, другой, тот же 100-200, там чайник, буквально, ладно, чайник, он закипает за 15 минут и более. Вот хотел, тем более, что получается, что если потребляет этот дизель некачественный, бензин некачественный, фермер или там другой работник, он же накручивает туда свои все поломки и все остальное, и цена же не понижается, а все это вкладывается в потребителю, потом в продукт. Это какой-то замкнутый круг. За что мы платим? За качественный продукт или за некачественный? И вот еще, за газ. Просто сколько вот выступал в последнее время этот газовщик на Главной Николаевской, да? Оказывается, в цену, что мы платим за газ, она туда включена стоимость счетчика, который они должны бесплатно установить. Куда эти деньги пошли? Цена, а почему тогда цена не понижается, если людям не поставили эти газовые счетчики бесплатно? Спасибо, спасибо. Ну... Артем радостно улыбался в ответ на вопрос, поэтому я думаю, что ну, вам, наверное, и отвечать, Артем Николаевич. Так я не скажу, что я радостно улыбался. Значит, дело в том, что, безусловно, те цены, которые устанавливаются, они устанавливаются на стандартизованные виды товаров. То есть практически на каждый товар есть определенные стандарты, которые регулируют их качество, которые регулируют какие-то определенные товарные характеристики, и те цены, которые устанавливаются, они априори подразумевают, что все стандарты выполнены, и там, та или иная товарная продукция произведена качественно. Когда мы с вами приобретаем некачественный товар, мы понимаем, что производитель, который это допустил, нас обманул. Рыночный механизм простой. Не покупаем больше у этого производителя. Однако сложнее с естественными монополиями. И здесь действительно, значит, об этом сегодня уже звучало, роль антимонопольного комитета в Украине практически нивелирована, и то, что должен осуществлять антимонопольный комитет, контролируя работу естественных монополий, поставщиков газа, тепла, электроэнергии, к сожалению, этого не происходит. Но к вопросу дорегуляции это имеет очень опосредованное отношение. Спасибо большое, Дмитрий Талпа. Артем Николаевич говорит о монополии. Вот в моем понимании дерегуляция – это упрощение. Я сегодня был в горосполкоме. Вчера мой бухгалтер пошла решить небольшой вопрос, который, в принципе, должен занять 2-3 минуты у нормального чиновника. Она пошла с документами на размещение зовнешней рекламы в ХУМС, подписать их. Мне должны или дать, или не дать добро. ХУМС – баланс утримывача майна, на который я хочу разместить рекламу. Она приходит в ХУМС, ХУМС говорит, что они вроде как и балансоутримовича, но не балансоутримовича, потому что нет акта приема передач на балансоутримовича, отправляют в исполком, 112 кабинет. Юрий Борисович, вспоминал вас вчера, сегодня. Спасибо. Прихожу, она приходит в 112 кабинет вчера, ей отправляют опять в ХУМС, с ХУМСа в 112, 112 назначает на 9 утра встречу на втором этаже у начальника коммунальной собственности, правильно сказал. С 9 до 11:30 сижу, знакомлюсь с чиновником,
который, в принципе, не в курсе был, что мы его ждем, потому что у него свои совещания, рассказываю о проблеме. Он говорит, ну я изучу, он с огромным уважением ко мне отнесся вместе с моим бухгалтером. И говорит, на следующей неделе, во вторник после обеда я позвоню, узнаем, решится мой вопрос, не решится, могут, не могут. Плюс еще неделя еще. Пока я плачу за договор на приоритет. Я плачу деньги, пока все они ждут, цепочка идет. Давайте упрощать. С малого начинать. Мы говорим о глобальном, да. Проблема в том, что монополия, вот исполком это монополия. Я не могу прийти там в другое место, к другому чиновнику. Вот есть чиновник, который сидит, идите туда, отправляют нас куда-то. Я от лица предпринимателей попрошу, чиновники, относитесь к нам с уважением. Мы платим налоги, вы не даете нам возможности работать. Сегодня вместо того, чтобы работать, я провел время, ожидая под кабинетом. Я прошу Юрия Борисовича, может вы как-то вот поспособствуете, чтобы в исполкоме было проще. И господина Бельского, который борется, наверное, один из немногих, кто борется за порядок в этой структуре. Спасибо большое. Ну, господин Бельский, вы получили комплимент от господина Талпы, это дорогого стоит. Юрий Борисович, пожалуйста. Понятно, Юрий Борисович, вам был вопрос, конечно. Немножко разрежу обстановку. Знаете, какая была погода, я сегодня сам пытался выяснить, позвонили люди, обратились, упал столб на машину. Нам надо этот столб убрать. На грузовик? Не, на легковую. На какую-то легковую или там что-то. Да. И я хоть зам мэра, я так и не выяснил, чей это столб сегодня. Потому что наш хум говорит, это не наш. Электросеть говорит, это не наш, и чего непонятно. А когда они услышали, что он упал на машину, они открестились, это не наш точно. Понимаете, да. Но я не к тому иду, что действительно, Дмитрий прав, там такие процедуры у нас очень запутанные и сложные, поэтому вот эти межотраслевые советы и создаются. Там. Они создаются не просто того, чтобы поговорить, чтобы выявить проблему, чтобы вы помогли эту проблему нам решить. То есть нам надо упростить эту административную процедуру. Вы пришли, подали документы и ушли. У вас не должна болеть голова, там куда там бегать, где там договариваться о чем-то. Поэтому ваша там очередь по рекламе там будет, и мы это обязательно обсудим и решим. Сейчас, Дмитрий, подождите, пожалуйста. Так, Артем. Да. Смотрите, то есть то, о чем говорит Юрий Борисович, это результат того, что нет четкой и понятной процедуры. Однозначной, пошаговой. Так знаете, как вот карты. Если да, сюда. Если нет, туда. То есть этого нет. Поэтому приведение в порядок, в частности, и нормативной базы на местном уровне и есть часть той работы, о которой мы говорим. Сегодня, вот по состоянию на сегодня, уже прошли 4 отраслевых встречи. Торговля и услуги, строительство, производство продуктов питания и промышленность. Да, и промышленность. Так вот, вы знаете, на самом деле разные отрасли, и очень иллюстративно было, да, у кого проблем больше на местном уровне, у кого на национальном. Так вот, те вопросы, о которых говорил сегодня Петр Леонидович, как раз вопросы, касающиеся местного регулирования, это вопросы, связанные с землей, значит, то, о чем говорил Олег Николаевич, вопросы, связанные с взаимодействием с ЦНАПом нашим, Центром предоставления административных услуг, вопросы, связанные с работой городской архитектуры, то есть все то, что как раз в компетенции местного самоуправления, вот это вот одна из болевых проблем. И с этим работать на самом деле можно. То, что сегодня городская власть пошла на это уже, знаете как, уже хороший сигнал. Городская власть думает о конкурентоспособности города Николаева. Поэтому только через личное участие, вот пропустив процедуру через себя. Вот я вот иду по ней, и мне непонятно, вот как вы. Трачу время там. Все это влияет на стоимость наших товаров, услуг и так далее. Поэтому, в принципе, вот та процедура, которая пошла сегодня, это уже путь к упрощению. Знаете, зрители пишут, что Дмитрий первый человек, предприниматель, который заговорил человеческим языком. Алексей Продисвит, вот вы как бы в данном случае едины в двух лицах. Да? С одной стороны, вы тут очень давно пытаетесь облегчить жизнь, в том числе и предпринимателям, предлагая электронный город, то есть электронный документооборот, электронный процесс подачи документов, реализации документов, что, кстати, насколько я понимаю, должно устранить, в значительной степени устранить коррупцию, и никак не преуспеете в этом. А с другой, вы тоже предприниматель в области IT-технологий, и, соответственно, вас тоже касается проблема регуляции, дерегуляции, зарегулированности и так далее. Вот
Казалось бы, ваш бизнес, он не предполагает каких-то таких сложных взаимоотношений с государством, как, скажем, там, бизнес-оценщиков или бизнес-риэлторов. Однако, тем не менее, насколько я понимаю, вас это касается, иначе бы вы не пришли. Пожалуйста. Здравствуйте, студия. Спасибо за вопрос. На самом деле, мне обидно за державу. Может быть, поэтому я этим вопросом и занимаюсь. Дело в том, что я работал в органах власти, 6 лет потратил на то, чтобы менять каким-то образом наше государство в лучшую сторону. И не могу просто так взять и отказаться. Ну, какие-то были победы, но их мало. Я хочу сказать о том, что я недавно в составе делегации ездил в Латвию, смотрел за тем, как организован бизнес у них там, каким образом организован контроль власти за бизнесом. И вот могу сказать, что мы как-то зашли в одно из кафе, которое находится в Риге, и там помощник депутата Сейма сказал о том, что здесь антисанитария, это будет, оно будет закрыто. Потому что мы раз уже сделали предупреждение, 1,5 миллиона евро штрафов паяли, они не поняли, оно будет закрыто. То есть, видите, всего один предупредительный выстрел, и потом больше сеть ресторанов больше не будет существовать. Если бы у нас были настолько жестокие наказания предпринимателям, которые недобросовестны, то, естественно, этого бы не было. Если говорить об электронных вещах, то на самом деле в той же Латвии, которая в рейтинге ведения бизнеса занимает 37-ю позицию, электронных на самом деле вопросов не так много. И система их электронных закупок, например, у них там, точнее, у них нет электронной системы закупок, у нас Прозоро придумали. Но все это потому, что у нас чиновники очень изобретательные, они выдумывают разные механизмы, каким образом можно нарушить закон, злоупотребить, поэтому нам нужны электронные всякие инновации. У нас коррупция в сфере закупок там, на уровне 70%. В Латвии, допустим, она оценивается порядка 7-9%, и там у них все в бумажном виде, у них, в принципе, нет необходимости такие вещи внедрять. Но у нас, мне кажется, это единственная возможность. И еще хотел бы сказать о дерегуляции, которая длится там уже в разных этапах несколько лет. Я работал в городском совете, организовывал работу в том числе разрешительного центра городского совета и отслеживал эти вещи достаточно четко. В 2011 году был принят закон о перечне документов разрешительного характера в сфере предпринимательства, который в момент принятия содержал 143 позиции. На сегодняшний день этот перечень уже сокращался 17 раз. И уже осталось 83 документа разрешительного характера, которые в целом существуют в Украине. Но из них больше 30 существует, например, только в Украине. Это надуманные документы, которые в нашем государстве выдуманы, ну, как бы, ничем не обоснованы. И все это происходит очень медленно, поэтапно, по той простой причине, что Европа финансово помогает нам, когда видит, что мы какие-то там совершаем действия там, навстречу в упрощении бизнеса. Ну, вот первые, например, разрешительные документы, которые сокращались, это те документы, которые в принципе не существовало в природе. Они бывали только на бумаге, никто их не выдавал. И вот постепенно мы их сокращаем, на бумаге мы растем, а в реальной жизни для предпринимателей легкости ведения бизнеса не ощущается. И вот если бы дерегуляция действительно была ощутимой и системной, тогда и бизнес подтянулся бы. Ну, естественно, нужно, конечно, и меры ответственности ужесточить. Просто в большинстве своем это имитация. Спасибо. Господин Мойсов, Петр Леонидович, вы хотели что-то добавить? Секундочку, подождите микрофон. Пожалуйста. Хотел бы обратиться к Юрию Борисовичу. Юрий Борисович, такая просьба. Значит, вы же работник аппарата, у вас коллектив. Хорошие отношения с мэром, с депутатским корпусом. Можно ли вас попросить, чтобы вы подключились к вопросу дерегуляции, к вопросу земельных отношений? То у нас всегда говорили, что не было зонинга, нельзя было вопросы по земле решить. Сейчас зонинг есть, вопросы не остались. Та же самая процедура, тот же самый механизм. Можно ли, по вашему мнению, здесь что-то изменить? Я хотел бы у вас слышать, что вы скажете по этому поводу. Пожалуйста, Юрий Борисович. Можно, да. Ну, то, что у меня хорошие отношения с депутатами, вы преувеличили очень сильно там. Потому что с единицами депутатов и хорошие отношения. Я дружу только с теми депутатами, которые действительно работают на благо горожан, а не, извините, на свой карман. Что касается, да, земельных отношений и архитектуры. Это два самых больных вопроса. Даже там под ЦНАПу хоть и тоже бывают замечания, но все должны понимать, что такое ЦНАП. ЦНАП – это сервис, ты должен прийти туда, сдать документы и все, и прийти забрать оттуда ответы или документ, который там, тебе положено забрать через определенный срок. То есть ЦНАП не решает эти вопросы, там, продление аренды земли, либо там, какие-то заключения архитектуры, они не пишут. Это просто, так скажем, перегородка между исполнителями, да, там, и заказчиками, чтобы не было этих коррупционных деяний. Да, у нас 90% всех нареканий на работу органов исполнительной власти касается именно земельных вопросов и архитектуры. Теперь же надо разделить земельные вопросы. Там, если это есть вина чиновника, там,
того же там, земельного управления, которое задерживает, затягивает, не подготавливает это решение, не выносит его. Это одно, надо разбираться с чиновником. И вторая сторона – это депутатский корпус, который на своих земельных комиссиях, на сессиях эти вопросы не голосуют, либо переносят. Некоторые вопросы у нас переносятся годами земельные. Там человек не может не продлить аренду, там не получить ее. Да? То есть я считаю, выход есть. Там, в тех же договорах аренды можно прекрасно прописывать. Там, если не принято решение, то договор продлевается там, на тот же срок, как минимум. Это раз. Что касается архитектуры. Тяжелый вопрос. Очень, вы знаете, что там была эпопея с главным архитектором. Ушел Мальченко, исполнял обязанности то один, то второй. Взяли нового архитектора, вроде бы, из Киева, перспективная молодая, к сожалению, все стоит на месте, ничего не двигается. Я сегодня мэру по результатам наших первых 4 встреч положил на стол служебную записку, где я показал, что порядка 300 чем-то документов, которые зашли на архитектуру, не отработаны, то есть нарушены сроки их отработки. Мне было, честно, стыдно выслушивать там, от строителей тех же, там, от промышленников, что при Олейнике, покойный мэр наш, да, и документы в течение 5 дней отрабатывались, потому что на 5-й день там, коллектив получал нагоняя, если вовремя не выполнен какой-то документ не исполнен. А у нас документы некоторые лежат в архитектуре месяцами. Там. Мне стыдно было. Я сегодня мэру положил доповедную записку, жду от него принятия каких-то кардинальных мер по отношению к главному архитектору. Были вопросы также у бизнеса из этой же аренды земли, да, из-за выставки архитектуры. Там, вопрос об Энерго. Нам отключают свет. Подготовлен сейчас проект письма на Облэнерго, чтобы свет предпринимателям не отключали, если это по нашей вине не продлена аренда, либо там не проголосован там, тот же сервитут на исполкоме. Пока мы не пришлем в Облэнерго решение о разрыве договорных отношений. Только в таком случае надо отключать свет у предпринимателя на его объект. То есть пытаемся вопросы эти решать. И на каждой встрече мы определились в наших встречах, что мы будем ежемесячно встречаться по этим вопросам. Они ставят задачи перед нами, предприниматели, что такие-то проблемы накопились, нам надо их решить. Мы их решаем и отчитываемся через месяц, что мы сделали. Не сделали, они пусть вносят там оценку чиновникам, которые там не выполнили то, что должны были выполнить. Спасибо. Секундочку, Петр Ильич. Валентин Бельский еще не говорил, господин Абрамов. И потом мы поговорим все-таки о том, что уже реально делается. Пожалуйста. Очень модное слово с приставками «Д». Их так много сейчас в нашей жизни, что мы, наверное, теряемся. Да? Начиная от декоммунизации, деолигархизации, деофшоризации и все прочее. Давайте поговорим просто о том, что дерегулирование – это отмена каких-то разрешительных документов на начало ведения бизнеса. Это убрать лицензирование, что, кстати, произошло с винной отраслью совсем недавно. Это большой плюс. Убрать органы, которые контролируют ведение бизнеса. То есть всячески постараться облегчить работу для предпринимательства. Но давайте подумаем о том, а как сегодня к предпринимательству относятся, ну если не большинство людей, то по крайней мере те люди, кто управляет нашим государством или наверху. Все прекрасно знают, что ведение производства сегодня ну просто это мувитон. Неинтересно. Ведь можно янтарь выкопать из земли. Лес порубить и вывести. Фуру сигарет завести и отправить в соседнюю страну. Накопать песка в карьере, добыть еще земли. Кому интересно то, что кто-то там занимается легкой промышленностью, кто-то производит продукты питания. Пока будет существовать две стороны медали у бизнеса, то говорить о каких-то «Д» – это, знаете, как бы ну, красиво сотрясать воздух. Поэтому я бы хотел нашу дискуссию немножко расширить в сферу того, что давайте поговорим о том, как сформировать культуру предпринимательства, как поощрять то, где создается добавленная стоимость, а не вывозятся недра или эксплуатируются люди, потому что предлагается им большой куш. Предприниматели, организованные, жалуются на то, что не хватает людей, потому что люди считают, что пойти заработать, постояв на рынке или посидеть в будке, 50 гривен – это гораздо лучше и интереснее заработок, и он пользу приносит больше. То же самое вопрос и по возможности рекламы. Давайте дадим возможность всем клеить и вешать борды там, где кто только хочет. Это неправильно. Поэтому нужна регулировка какая-то? Нужна. Но с другой стороны еще... Сейчас, Дмитрий. Да, два слова хочу сказать о том, что
Ладно, не буду. Потом. Ладно, Олег Николаевич, давайте вы, и потом Виолетта уже полчаса мне тут просится, у нее какая-то цитата сногсшибательная, и мы обязательно сейчас посмотрим один сюжет, пожалуйста. Ну, поскольку вот сейчас несколько раз затронули вопросы земельных отношений и работы архитектуры, то я вот хотел бы привести такие примеры вот из того, что с чем нам всем приходится сталкиваться, и, безусловно, всем предпринимателям, всем горожанам. Простой вопрос. ОСББ, да, предположим, организовалось, люди, так сказать, решились, надо оформить документы. В нашем городе, как ни в каком, не сохранены властью документы на строение. Значит, ни архитектура, ни в каких-то недрах, там, предположим, там горсовета или где-то, ничего нет. Приходится, значит, людям идти в поиск, в архивы там что-то искать, но кроме номера решения и цифры, может быть, там, 1000 метров, да, закреплено за домом, больше ничего нет. При этом архитектура дальше, документов нет. Заявляет, а теперь надо дальше работать. Но для этого нужно сделать топографическую съемку, сделать расчет. Дом с 1957 года, предположим, стоит, а вы сегодня сделаете расчет обоснования, сколько этому дому положено земли. И вот недавно это уже введено, так сказать, чиновник. Вот что значит субъективный такой подход? Приехал новый чиновник, свежий, вспомнили, что вот в 2011 году был регуляторный акт, один из стандартов. Вот давайте теперь делайте эти расчеты. А они стоят дороже, чем все землеустроительные документы, в 3-5 раз. И кто это должен делать? За счет кого? Опять за счет тех, кто что-то хочет сделать. И из того, что сегодня как бы введено в ранг реформы. Значит, за счет того, кто это делает, а архитектура, там простенькая формула. Я уверен, что если вы посмотрите, вы увидите, что вы посчитаете по ней там элементарно. Да, сложно собрать данные, но все равно формула простая. Значит, надо нанять программиста в архитектуре или фирму какую-то, которая сделает программку и взять на себя хоть что-то. Потому что организаторам ОСББ приходится вот так вот мыкаться, ходить. Им нужно найти данные, смысл названий которых они не понимают. Спасибо. Спасибо. Я хочу сказать, что вот мы уже час говорим о том, что да, с одной стороны, вроде бы надо нам заниматься дерегуляцией, вот как бы целый ряд примеров. С другой стороны, о том, что совсем уж когда все задерегулировано, то он, заместитель мэра, не может выяснить, чей столб упал на машину. А пока что мы, в общем, никаких практических действий не наметили. Я надеюсь, что то, о чем говорил Валерий Евгеньевич перед нашей программой, все-таки сейчас, после того, как мы послушаем, что нам хочет сказать Виолетта, и посмотрим сюжет, приобретет некоторые все-таки практические очертания. Пожалуйста, Виолетта. Ну, цитата у меня не сногсшибательная, просто дійсно хочеться підвести нашу розмову до результатів проділеної роботи. Сьогодні ми спілкуємось на цю тему в ефірі. Завтра, а може вже і сьогодні, на Фейсбуці до нас долучаться до обговорювання і інші люди. Та я хочу зацитувати Володимира Гусака, це депутат Верховної Ради. Ось він що сказав. На превеликий жаль, у нас дерегуляція в основному відбувається по телебаченню і на Фейсбуці, оскільки підприємці її не помічають. Так само її не помічають і ті, хто відповідає за різні рейтинги. Наприклад, в рейтингу економічної свободи Україна зараз займає 162 місце із 178 країн. І найгірше, що Україна знизилася в порівнянні з 2015 роком, коли ми були на 155-му місці. Ось така дерегуляція, заявив Володимир Гусак. Мені цікаво, як наші гості та експерти прокоментують це, і вже підведемо нашу розмову до результатів. Дякую, Віолетто. Давайте спочатку послухаємо нашого глядача все ж таки. Слухаю вас.
Алло, студия, добрый вечер. Добрый вечер. Я неоднократно слушала передачу контраргумента, ну вот по вопросам бизнеса и предпринимательства. И что хочу сказать, вот каждый раз возникает ощущение, что у нас страна существует для бизнеса, а не для населения. Ну, в частности, вот такой вопрос, как по дерегуляции. Мы уже до того дорегулировали, что отстранили санстанцию от выполнения ее обязательных функциональных обязанностей. У нас бизнес, если поговорить вот с жителями города, а мы проводили такой опрос, как громадская организация, то жители города очень негативно относятся вообще к сфере бизнеса, потому что он ассоциируется у нас с такими предпринимателями, как Талпа. Просьба, не приглашайте его больше на эфир. Нам надоели его вопросы и его букетики, которыми обклеены все дома, все дворы и, кстати, и деревья, куда смотрит наша экологическая инспекция. Его букетиками обклеены афиши. Это первое. Значит, вот по санстанции. У меня просьба городской власти. Не унижайтесь перед предпринимателями, а требуйте от них как можно больше. В частности, все вот эти малые предприниматели у нас, малый бизнес, это что? Это продажа на улице грязными руками, это наливайки, это туалеты, которые за этими будками находятся. И потом жители утром выходят и находят бутылки с мочой на цветниках. Поэтому, пожалуйста, давайте ставить вопрос городская власть, возможно, для того, чтобы и в Киеве, и в Верховной Раде на это регулировать. Верните санстанцию, верните проверки, и хватит вот кланяться перед предпринимателями, которые сели на голову уже жителям города. Спасибо вам. Спасибо. Ну, я полагаю, что не в полномочиях городской власти вернуть санстанцию. Впрочем, если вам есть что сказать, Юрий Борисович, я буду рад вас выслушать. Не, ну, вы знаете, что... В ряде государственных структур произошли изменения, и санстанция существует на данный момент, но она существует в виде у нас Держспоживслужбы, Держспоживпотребслужбы. То есть там объединили три органа, и санстанцию, и ветеринарную инспекцию, и защиту прав потребителей, это будет одна служба. То есть по поводу проверок, они имеют право проводить проверки, но в основном они проводят проверки по обращениям граждан, если есть какие-то нарушения, они обязаны выйти на проверку. Ну то есть, иными словами, если наша зрительница напишет обращение в соответствующий орган, то проверка будет произведена. Начальника службы городского у нас Бродовский Вячеслав, пожалуйста, может обращаться к нему и... Если действительно есть нарушения, то они должны принять меры там, и само собой вынести какие-то предписания по устранению нарушений, либо там применить административные... Хорошо, то есть, иными словами, помимо звонков на телевидение с праведным негодованием, я думаю, что имеет смысл писать действительно обращение. Каждая бумага живет своей жизнью, вам на нее просто обязаны ответить в определенный законом срок. И поэтому, если вы напишете обращение в ту же, как сейчас называется, санстанция, вы сказали... Держпотребспоживслужба. О, вот. Ну, или, по крайней мере, в горисполком, то как минимум получите ответ. Я все никак не могу перейти к сюжету, однако Дмитрий и Виолетта просто разрывают у меня требования предоставить им слово по полминуты каждому, пожалуйста. Ви знаєте, я хочу сказати декілька слів у підтримку Дмитра. Насправді, його буклети з цією посмішкою на всі 32 просто підіймають настрій. Коли дивишся, йдеш по вулиці і дивишся там буклети «Купи мене!» Ці буклети з квітами та посмішкою – це чудово. Вони підіймають настрій. Тож, Дмитро, поганий піар – теж піар. Будь ласка, Дмитро, ваші півхвилини. Спасибо, Віолетта, за підтримку. Юрій Борисович, ви говорили по поводу того, що земельні вопроси і вопроси оренди повинні продлюватися, просто пролонгуватися. Я правильно вас зрозумів? Я вважаю, що якщо депутатський корпус не виконує свої обов'язки, не рассматривать вовремя действительно вопросы по продлению земельных участков, то они, по идее, должны пролонгироваться. Не должен страдать предприниматель, не должен страдать гражданин, там, который арендует эту землю, там, какие-то потребности там, от того, что там у нас эти вопросы рассматриваются годами там, на депутатских комиссиях и на сессиях. Не должен, а страдать. Все, господа, спасибо. Давайте мы все-таки сделаем перерыв на сюжет. Уважаемые зрители, я вижу ваш звонок, но так мы так никогда до сюжета не доберемся. Мы поговорим о том, как проходила первая встреча предпринимателей с городской властью, что из этого получилось. Давайте посмотрим.
міська влада започаткувала серію зустрічей з підприємцями Миколаєва. Мета – налагодження діалогу між бізнесом та виконавчими органами міськради. В подібних зустрічах братимуть участь представники різних сфер підприємницької діяльності. Цього разу спілкувалися з підприємцями, які працюють в сфері торгівлі та послуг. Було запропоновано обговорити та винести на загал проблеми, з якими стикаються представники малого та середнього бізнесу. Внести свої пропозиції. Этим буде займатися на рівні Кабінету міністрів велика робоча група, куди наші пропозиції попадуть, з тим, щоб в итоге документ, який буде виходити, ми потім могли з ним працювати. Опять не розводили руки, що от нам тут написали чорти що, і ми вынуждены это нарушать, иначе жить, работать просто невозможно. Заступник міського голови Юрій Степанець запропонував підприємцям висловлювати свої зауваження та пропозиції. Хотим сформировать отраслевые площадки для участия представителей бизнеса для пересмотра ряда регулятивных актов, которые регулируют наш рынок, с учетом плана мероприятий, который определен постановлением Кабинета министров Украины номер 615. Знаете, свежее постановление 23.09.2016 года. Мы ожидаем, что в город зайдет, мы получим, вернее, более 120 документов нормативного характера, которые регулируют деятельность бизнеса. И мы надеемся, что вы активно примете участие в обсуждении этих нормативных документов. Охочих відверто говорити про проблеми підприємців спочатку не було. У людей свої аргументи. Про негаразди говорять давно, але влада ще ніколи не дослухалася до них. Втім, цього разу представники бізнесу сподіваються, що започатковані зустрічі не стануть вкотре показовим виступом. Едберт Панченко, голова галузевої ради по роботі в стаціонарних та тимчасових спорудах, говорить, що від керівництва міста чекають в першу чергу захисту прав підприємців. А саме він порушив питання стихійної торгівлі та функціонування незаконних об'єктів торгівлі, кіосків та деяких стаціонарних магазинів. Вони не платять налоги за землю, плюс налоги і в місцевий бюджет, і в державний, що створює недобросовісну конкуренцію на уровне с теми предпринимателями, которые являются законными налогопослушными, законопослушными налогоплательщиками. Да. И мы же пополняем в первую очередь вот этот земельный налог, это идет в местный бюджет. Ну, а местный бюджет, мы знаем, это и садики, и школы, и дороги. Попереду зустрічі з представниками інших сфер підприємницької діяльності. І результати таких громадських експертиз узагальнять та передадуть до Києва. Вот зрители иронизируют, говорят, давайте задушим вообще всех проверками, чтобы неповадно было. Я думаю, что по две минуты есть что сказать каждому из наших гостей. Давайте начнем с Валерия Евгеньевича Ветрова, поскольку он был инициатором этой программы, но ему наверняка больше всех есть что сказать. Пожалуйста, да. Валерий. Ну вот смотрите, подведя итог, вот хорошо, что есть разные эксперты, есть звонки телезрителей, мы обсуждаем эту тему. Давайте опустим слово «дерегуляция». Чего мы хотим от власти, которая регулирует нашу жизнь? Мы хотим эффективного регулирования, чтобы нашу жизнь эффективно регулировали. То есть, на самом деле, это понятие включает не только интересы предпринимателей, а и потребителей, и тех же проверок, которые говорили. То есть, для того, чтобы это было, мы должны как-то определить вот это регулирование. То есть, у нас должны быть четкие процедуры. Второе, вот эти встречи, которые цель их обеспечить все-таки обратную связь между властью и между людьми, которых касается это регулирование. Поэтому мы добиваемся того, чтобы сегодня люди, жители, предприниматели имели возможность вот этой обратной связи, чтобы они не писали письма, чтобы они не добивались какой-то встречи под кабинетом, а имели возможность когда-то встречаться. Причем сегодня мы инициируем как бы эти площадки и на уровне центральном, то есть должен президент, должен премьер, должны быть руководители министерств, мэры и губернаторы регулярно встречаться для того, чтобы получать обратную связь. И я думаю, что меня Юрий Борисович поддержит, потому что четвертая встреча, вот интересно наблюдать. Интересно наблюдать на то, что представители власти, департаментов начинают слышать, вот как оценивают их работу и в чем проблемы. Но и представители отраслей, они слышат, на самом деле, то, чего они не знали, то, что они не посмотрят ни по телевизору, ни прочитают. То есть, вот, я уже говорил, что мировой опыт подтверждает, что самое эффективное регулирование, вот оно когда вот как раз вот вместе.
И это нужно понимать. Кроме того, я могу сказать, что такая возможность будет у общественности. Сегодня есть закон о госслужбе, в который внесены нормы. И вот каждый руководитель государственного органа будет отчитываться с аппаратом о своей деятельности. То же самое будет и в местном самоуправлении. То есть я хочу сказать, чтобы мы все-таки сконцентрировались, получить качественное, эффективное регулирование каждой сферы и нашей жизни. Спасибо. Елена Андреевна, пожалуйста. Вы знаете, вот сегодня мы здесь поднимаем, говорим о дорегулировании, но в процессе обсуждения возникают совсем другие, возникают и другие вопросы. Вот Дмитрий Талпас на своем примере пытался показать, что ну, мы говорим о дорегулировании, что это касается дорегулирования взаимоотношения чиновника с представителем бизнеса. К большому сожалению, мы, это не относится к дорегулированию, а самое банальное это то, что нас чиновник не имеет культуры, не научен культуре общения с бизнесом. Он забывает о том, что держслужбовец – это человек, который служит народу. То ли это предприниматель, то ли это любой житель города Николаева пришел в центр обслуживания, его должны были обслужить. А когда приходишь в горосполком, мы давно уже знаем, какой бы ты кабинет ни зашел, ты объект, которого просто выкидывают с кабинета в кабинет. Вот такая уже, это просто какая-то болезнь в этом здании. И очень бы хотелось, чтобы мэр на это, мы рассчитывали, что новый мэр на это обратит внимание. С людьми надо бороться, но это не регуляторный акт. Никакой процедурой не пропишешь взаимоотношения чиновника с человеком, которого он обслуживает. И я хочу поддержать Валентина Бельского. У нас, к большому сожалению, в нашем государстве нет приоритетов, направленных на создание условий для развития производственной сферы. Поэтому, если говорить о рекламе, что нужно регулировать, о том, что не было лишней рекламы, которая не мешала бы жителям жить. Но если касаться производства, то, наверное, государство должно было обратить уже давно внимание, что мы должны из страны торгующей, перепродающей товары, которые производятся за границей, мы должны стать страной производящей. Поэтому, если есть производство, любое продукты питания, промышленная группа товаров, мебель или другие, ну, тяжелая промышленность, то должны быть законы, подзаконные акты такие, которые должны дать зеленую улицу для развития производственных предприятий. Я помню в 90-х годах, чтобы открыть производственное предприятие, надо было всего на 5 или 10 бумажечек максимально. Это за 2 недели можно было их получить. Сейчас надо года, и это тома документов, которые нужно собирать. И каждый том, документ в этот том ложится на основании определенного регуляторного акта. И цена этого документа достаточно большая. То есть, к большому сожалению, за 20 лет регуляторные акты стали фактически создавать условия для той коррупционной составляющей, которая не существует в Украине. Спасибо. Как и обещал, мы проходим круг по две минуты каждому из наших гостей. Далее эксперты уже, я вижу, готовы говорить. Я все-таки очень прошу вас, господа, помимо теоретизирования и ламентации на тему, как плохо, когда много регуляторных актов, и как будет хорошо, когда их будет меньше, все-таки говорить о том, что уже делается или что мы можем сделать вот прямо сейчас. Пожалуйста, Артем. Давайте начнем с того, что в чем же причина, почему приходится сталкиваться с необходимостью дерегуляции. Причина в том, что тот объем законодательных инициатив, которые наплодили, их качество очень часто низкое. Причин несколько. Многие из них это низкий уровень подготовки тех депутатов, которые принимают участие в разработке, а затем голосуют, не понимая за те или иные документы. Ну и, безусловно, когда это делается умышленно, с целью заложить в тот или иной регуляторный документ конкретную коррупционную составляющую. Как можно этому противостоять? Инструменты общественного контроля. Мы понимаем, что проконтролировать депутатов мы можем только один раз во время избирательной кампании, однако же общественный контроль можно осуществлять в процессе практически постоянно. Для этого и формируются вот подобные площадки. Площадки, которые позволяют бизнесу задавать вопросы, часто неудобные, где-то и должностным лицам, где-то и законодателям регионального или местного уровня. Поэтому как раз вот инструмент общественного контроля, на мой взгляд, может помочь в улучшении регуляторной среды. Что делается в Николаеве? Ну, уже мы говорили о том, что сегодня городской голова инициировал проведение 12 отраслевых встреч. По итогам этих встреч с Юрием Борисовичем уже видно, что это станет постоянным. То есть потребность вот в таком общении есть.
И таким образом вычисляются вот такие вот проблемы, о которых вот сегодня сказал Олег Николаевич. Градостроительный расчет, казалось бы, узкоспециальный вопрос, но сегодня он уже настолько остро стоит у строителей, что просто, если его не решить сейчас, практически землеотводы под существующими объектами, продление аренды, да, то есть все это остановится. Поэтому вот эти площадки, которые сегодня уже появляются, это и есть вот тот практический результат. Спасибо. Юрий Борисович, пожалуйста. Ну, хотелось бы, чтобы к этой работе, то, что мы проводим, как Артем правильно заметил, и подключался бы и депутатский наш корпус, потому что действительно очень много вопросов зависит от них. Как я уже говорил, и рассмотрение этих документов из комиссии переносятся постоянно, там, либо сессии на сессию, там, либо принятие потом этих регуляторных каких-то актов, которые, опять же, утверждает сессия там, городского совета, и депутаты непосредственно должны разбираться, что они, за что они голосуют и что они принимают. Там. У меня, если меня смотрит кто-то из депутатов, как-то просьба принимать активное участие в таких встречах там, и действительно слушать, что болит у наших предпринимателей, что болит у нашего бизнеса, и надо искать действительно какие-то пути решения проблем нашего бизнеса Николаевского. Спасибо. Тогда я сейчас по минуте даю каждому из наших экспертов, просто для того, чтобы динамику сохранить, и чтобы каждый смог высказаться. Алексей Кочубей тут раньше всех поднимал руку, я думаю, что как раз его юридический комментарий будет очень уместен. Но дальше по очереди. Пожалуйста, Алексей. Анализируя события, факты, я по итогу вынужден констатировать, что лично я по отношению к перспективам положительности, перспектив дерегуляции в Украине отношусь весьма скептически. Я считаю, что дерегуляция теми способами, которые на нас происходят, способами формирования законов, фактически является одним очередным этапом регуляции. Нормативные акты прописываются, как я уже сказал, таким образом, что они создают, убирая некую препону, они создают очередные новые правила игры, очень часто при этом создают очередную структуру и вносят очередное замешательство в умы и так уже весьма измученных нарзаном предпринимателей. Поэтому я поддерживаю слова, которые звучали в этой студии, о том, чтобы усилия направить в первую очередь не на дерегуляцию, а на развитие культуры бизнеса, культуры чиновника и вообще культуры гражданина нашего общества. Спасибо большое. Дмитрий Талпа, его тут больше всех поминали. Артем Николаевич говорил по поводу того, по поводу площадки, что каждый может, сможет сказать. Так вот, хочу сказать, что в нашем городе, говорить нужно внимательно, аккуратно и думать, прежде чем говоришь. Потому что может быть так, как стало у меня. Человек, который высказывает свое мнение, становится неугодной власти, его бизнес разрывают по частям чиновники. То будь то это реклама, будь то это другой бизнес, просто рвут по частям. Артем, не дай бог кому-то очутиться в шкуре предпринимателя, в моей шкуре. Я не могу оформить ни один документ, на котором написана фамилия Талпа. Каждый чиновник считает долгом выслужиться перед своим царем. Вы не понимаете просто, как мы живем, предприниматели. Дай Бог вам не понимать, как мы живем. Спасибо нашим новым властям, которых я когда-то поддерживал. Уважаемые предприниматели, прежде чем говорить что-то, надо думать в нашем городе. У нас нет демократии. К сожалению, нет демократии. Есть... Я, наверное, выдохну. Будем считать, что это у нас был звуковой сигнал длинный. Пожалуйста, Олег Николаевич, я вижу... Вот заговорили о чиновнике. Безусловно, я много лет знаю многих и в работе видел их. И могу сказать, не только культуры у них не хватает. У них нет квалификации. А в отношении культуры, чести, никто из них за 20 лет работы уже Конституции нашей не носит на сердце 19-ю статью Конституции. Вот здесь говорили о том, что от дерегуляции вроде бы не видно какой-то отдачи. Вот с Еленой Андреевной в свое время, мы прокинули это 11-й год, сложнейший регуляторный акт, который был настолько запутан, но подавалось это с благородной такой целью пополнения бюджета. То есть чиновник решил, что лучше я обсчитаю в 250 раз любого, кто просит землю в аренду, да,
но пополню городской бюджет и нанесу этими действиями предпринимателям 3-миллионный ущерб, потому что их обсчитывают, они вынуждены платить и так далее. Сейчас, вот я смотрю, наступила вторая волна такой же попытки, практически такого же акта, по крайней мере, по значит, документам, которые я вижу появляются как проекты решений, уже намеки на это есть. Ну и смотрел решения, вернее, проекты решений, которые попадают на земельную комиссию. Там все время 2-3 фамилии, я не буду их называть, они хотят изучать дополнительно какой-то вопрос. И вот они его изучают, вот как вы говорите, Юрий Борисович, годами. А, значит, вот я так рассуждаю. Чиновник, он хоть и плох, но он уже чему-то научился. И земельный, и архитектурный. А вот депутат, он, извините, к сожалению, не бельмеса, ни один в этой комиссии. Я не знаю в этой комиссии ни одного специалиста, который бы... Иначе бы многие решения такими безграмотными не выходили. Спасибо. Я вам... Да-да, секундочку, только вот сейчас вот по поводу депутатов. У меня есть одна любимая рассказка, она уже, наверное, касается так каденции 3 назад городского совета. Был такой депутат Сергей Власенко в земельной комиссии, в земельную комиссию входил. Он очень тщательно готовил себя к депутатской карьере и несколько лет просто ходил на сессии, внимательно изучал все, что там происходит, и тем временем учил земельный кодекс. Так вот, он был просто костью в горле у всех членов депутатской комиссии по земле. И мне один из них, очень уважаемый предприниматель, кстати, входивший в исполком городского совета, принимавший решение, говорил: да что там этот Тапа считает, что раз он выучил земельный кодекс, он может там рассказывать, как делать? Я говорю: так подождите, а почему вы в таком случае кодекс не выучите и не будете наравне с ним? Это другое! Ну пускай он тут не умничает, мы лучше знаем, что делать. Вот это вот на самом деле уровень депутатов. Юрий, они не изменились за это время. Юрий Борисович, пожалуйста. По поводу той же земельной комиссии, ну если кто-то видел ее состав, да? Кто входит? Те же люди, которые были в той контенции, часть, и часть людей, которые были до этого чиновниками, да, входят в состав этой комиссии. Хочу сказать больше, что вот эти встречи, кстати, с предпринимателями отраслевые, там, даже подняли вопрос, что часть депутатов с этой комиссии, я не буду скрывать, я скажу на камеру. Когда рассматриваются вопросы предпринимателей, потом звонят и предлагают за определенную сумму решить их вопросы, быстрее продвинуть там. Так я хочу тем депутатам сказать, что я эту информацию озвучил в Службе безопасности Украины. И пусть, когда звонят, думают о том, что они будут изучать там, да, и за какие деньги они там будут решать вопросы. К сожалению, пока что у нас эти все звонки в Службу безопасности Украины не заканчиваются ничем. А депутаты как решали вопросы, так и решают. Я всех вижу, все выскажутся, я же обещал. Пожалуйста, Валентин Бельский, по минуте всем. Ярослав, вы спрашивали о конкретных предложениях. Введение нового акта подзаконного или законного, будь то регуляторного, либо дерегуляторного, требует дополнительного разъяснения и обучения тех же предпринимателей тем преимуществам, которые они обретают. Поэтому, если говорить о практике, то Николаевский клуб директоров как раз и занимается тем, чтобы распространять знания о полученных преференциях. И еще организует себе бесплатную рекламу во время программы контраргумента. Так, например, если проверок нет у нас у контролирующих органов, такие, например, как пожарная служба, то мы составляем правильное юридическое письмо, которое помогает не допустить абсолютно вообще разговоров о том, чтобы даже и хотели они прийти на предприятие проверить. Хорошая практика, поэтому мы это письмо спокойно распространяем и даем нашим членам клуба абсолютно бесплатно. То есть вот зрительница напишет жалобу, а вы напишите отмазку, как завернуть проверку, которую она нашлет на это предприятие, правильно? Речь идет о безопасности, которую несет ответственность предприниматель. Он несет уголовную ответственность за тех, кто находится на его предприятии. А если орган хочет проверить о том, как устроена у нас сигнализация, или чистый ли у меня дымоход, да, это другой вопрос. Вы понимаете, о чем идет речь. То есть единственное, что остается зрительнице, это поджечь предприятие, закрыть двери, чтобы оттуда никто не вылез, и тогда только единственный способ привлечь предпринимателя хотя бы к уголовной ответственности. Давайте я договорю еще, потому что вы взяли у меня 20 секунд. Правильно? Забирайте. Комментарии. Обратно. Некоторые предприниматели привыкли находить калиточки к органам власти. Сегодня эти калиточки закрыты.
Именно поэтому многим это не нравится, потому что раньше, как говорится, вопрос решался легко. Позвонили, пришли, договорились. Сегодня выстраивается новая система работы. По закону. Закон сложный. Да Юрий Борисович сказал про эту новую систему. Как решали вопросы, так и решают. Как работать с таким законом? Придите, поработайте. Когда-нибудь были на приеме личному городского головы? Присутствовали? Когда 20 человек приходят, и у каждого своя проблема. И она наболевшая. И они просят конкретный ответ. Точно так же предприниматели имеют тысячи проблем, которые многие годы просто не решались. Спасибо. Продолжаем наш круг с экспертами. Игорь Пох, Александр Рахмановский, далее та сторона, пожалуйста. Да. Вопрос и маленькая реплика. Значит, вопрос. Вот мы говорим регуляция, дерегуляция, земельные отношения, сложности, архитектура. В общем, целый ком мы сегодня всяких вопросов и проблем обговаривали. А вот скажите мне, пожалуйста, я не знаю, я просто обращаюсь, вот как бы вопрос такой полуриторический. Скажите мне, пожалуйста, кто какими регуляторными или нерегуляторными актами позволяет недобросовестным, известным достаточно в городе предпринимателям, бизнесменам, теперь уже меценатам, устанавливать капитальное сооружение совершенно незаконным способом, и на это никто не то что не реагирует, а никто ничего не может сделать. Гаражи, первая Слободская, пиццерии Челентано в нескольких местах и так далее. Мы уже это обговаривали несколько раз, да, Юрий Борисович? Вот, ничего не меняется, никто ничего не может сделать, все процветает, но тем не менее эти уважаемые в лапках предприниматели, они уже меценаты, они уже пиарят себя как совершенно приличные люди. Это такой себе риторический вопрос. А теперь реплика по поводу вот тех коррупционных составляющих, прокладок, что, дескать, власть сейчас, к власти невозможно прорваться и решить как бы под столом вопрос и так далее. Для того, чтобы это убрать, вот Алексей Продисвит меня, я думаю, поддержит на 1000%, нужно вводить электронное регулирование, электронные услуги. Есть такая очень маленькая и гордая страна Эстония, которая перевела полностью все свое общение с населением через посредством электронных услуг. Полностью, 100%. Поэтому, пока у нас в городе не будут внедрены электронные услуги, для предпринимателя, для рядового жителя у нас ни черта хорошего не выйдет. Спасибо. Спасибо большое. Интересно на самом деле, что вроде бы мы говорим о каких-то изменениях, да, и вроде бы действительно хотим этих изменений, и вроде бы мэр собой олицетворяет эти изменения. Однако в городе уже в открытую говорят, мэр столько раз говорил, что разберется с этими гаражами на Первой Слободской, столько раз приводил в качестве примера вопиющего беззакония Челентано на Третьей Слободской, что уж наверняка-то вот скоро-скоро все произойдет. Они происходят. И теперь в городе прямо говорят о том, что, вероятно, мэр просто-напросто был заинтересован теми людьми, которые сохраняют свои капитальные строения на этом месте, на этих местах. Ну и вот что ты людям ответишь? На самом-то деле, вроде же незаконно, да, если незаконно, быть там их не должно, а они есть и процветают. Значит, наверное, какой-то новый интерес появился. Ну вот, что, как объяснить людям, что все это не так? Александр Рахмановский, ваша любимая тема, кстати. Знаете, я как аналитик анализирую по мелочам, и я вам скажу, опять же, при всей поддержке дерегуляции я оцениваю, насколько она сможет произойти. И тут мы не должны забывать про то, что дерегуляции мешают две вещи. Первое – коррумпированность людей, которые не хотят дерегулировать свои полномочия. И второе – это тоже очень важно в нашем случае в Николаеве – это неспособность решать, то есть то, что мы называли политической и хозяйственной импотенцией, то, что мы наблюдаем в лице нашего мэра Игоря Замов. Вы знаете, после того, я не верю в дерегуляцию в какую-то серьезную в нашем городе, после того, как Юрий Степанец, когда мы кричим про то, что миллионы гривен в школьной системе вымогательств вымываются из экономики города у населения, Юрий Степанец говорит, гениальное решение борьбы с коррупцией, вы не платите. Супер, ребята, у кого проблемы там с документами, да не занимайтесь бизнесом. Это первый заместитель мэра. Сенкевич у нас айтишник, поэтому именно в Николаеве нету ни одной электронной услуги. Сенкевич айтишник, поэтому у нас сайт города из пещерных времен.
То, что Талпа говорил о том, что если вы что-то скажете, что мэру не понравится, то я вам подтверждаю, вы попадете на такой черный список, что вы ничего не решите. Поэтому никуда не ходите, никакие советы. И либо же говорите о том, что пан велик, что Сенкевич прав, но есть некоторые недочеты. Сколько мы говорим про школы? 23 миллиона минимум в год вымогаетесь. Это ваша прерогатива. О чем вы говорите? Что вы можете регулировать? Вы не можете своих подчиненных заставить перестать обдирать детей. Об этом кричат Новохатько, люди из Приватбанка. Я провожу исследование. А какие предприниматели? Что вы можете решить? Вы либо крышуете и напишите на себя заявление в избу, если вы честный человек вместе с мэром, либо же вы импотенты. Вот и все. А я немножко переберу. Александр Ухмановский расширяет компанию людей, которых он лично ненавидит. Раньше один Александр Федорович, теперь у него появляется большее количество мишеней. Александр, я напоминаю, что минута закончилась. Алексей, пройди свет. Нет, еще будет время подвести злобный итог. Алексей, пожалуйста. Мы сегодня говорим, задаем вопрос, стоит ли заниматься дерегуляцией, не стоит, как это делать. Но дело в том, что нужно посмотреть просто цифры, и сразу становится понятно. Точно никто не знает, какое количество регуляторных актов существует в Украине. Но эксперты говорят, что их по разным оценкам от 10 до 50 тысяч. Много это или мало? Мне кажется, тут ответ очевиден. Вопрос, что делать? На него Европа нам нашла уже ответ и помогла нам в том числе и финансово. И методологически точно так же. Есть такая программа, которая называется «Регуляторная гильотина». Под ее реализацию, этот план уже был реализован в более чем 10 государствах других, причем достаточно успешно, Европа выделила 7 миллионов евро. Мы приняли этот план, приняли, естественно, деньги вместе с ним, и после того, как посмотрели, вот, когда деньги уже пришли, то решили, что он нам не очень подходит, потому что он рассчитан на 3 года. Потому что это очень долго, правительство решило этот вопрос вынести на дискуссию, дискуссия затянулась, и уже год деньги у нас, план лежит, и ничего не происходит. Так вот, если мы говорим о местном уровне, то можно и без денег, но местная власть могла бы взять и пересмотреть собственные регуляторные акты с привлечением бизнеса в процессе создания этих межотраслевых советов, которые сейчас происходят. Это дало бы толчок для того, чтобы бизнес в Николаеве развивался, для того, чтобы комфортная среда для бизнеса была создана. Спасибо. Спасибо большое. Отдельное спасибо за то, что вложились почти в минуту. Пожалуйста, Павел Деменский, потом господин Мойсов. Ну, надеюсь, хорошо по телевизору видно, что я не ношу розовых очков. Вот. Но вот из своего опыта занятия предпринимательством я считаю успешным тот период, когда я внимательно начал читать законы. Прежде чем начинать какой-то виток предпринимательской деятельности, прежде чем обращаться к чиновникам, прежде чем, так сказать, формулировать какие-то свои задачи, требования к этим же чиновникам и так далее. Вот. Как только я начал внимательно читать законы и, так сказать, соответствующим образом обращаться к чиновникам, либо отвечать на их обращения, ну, требования, претензии и так далее, вот, все стало хорошо. И, так сказать, у меня нет ни одной жалобы ни на одного чиновника в Николаеве за последние лет 10. Это первое. Второе. Нет, не отводил себе землю. Наверное, мне повезло. Вот. Второе, так сказать, я считаю, что именно культура, так сказать, предпринимательства и общение с людьми, потому что чиновник тоже живой человек, и раз ему положено принимать решение, значит, нужно либо ему объяснить действительно полезность того, что ты хочешь сделать, и необходимость, либо объяснить его права и мои права. Но в любом случае, ну, я не вижу повода жаловаться на чиновника, если предприниматель сам в определенном смысле образован. У меня все. Спасибо большое, Петр Леонидович, пожалуйста. Всех одни мысли о том, что дерегуляция как таковая необходима. Предприниматели все в один голос говорят, что это нужно, потому что это даст позитивные результаты для развития бизнеса. Кто должен заниматься дерегуляцией? Кто должен инициировать? Тех, кого она касается. Предприниматель. Каким образом? Таким образом, что необходимо, чтобы предприниматели собирались в отраслевые советы, общественные организации, обсуждали проблемы, которые касаются их отрасли, их бизнеса. Потом совместными решениями выносили эти вопросы для разрешения их в органах местной власти, потому что предприниматели, в первую очередь, находятся в городе, в районе. Ближе всего к нему власть местная.
Поэтому ему необходимо находить площадку, диалог с властью местной, потому что от местных органов власти можно очень много получить нерегулятивных моментов. И только когда предприниматели объединены, когда они имеют общие цели, они могут получить положительный эффект. Спасибо большое. Итак, я сейчас хочу предложить нам посмотреть еще один сюжет уже о второй встрече предпринимателей и городских властей, ну, собственно, не только городских властей, а и Валерий Евгеньевич, насколько я понимаю, с Артем Николаевичем там этим занимались. Ну, в общем, мы их можем отнести к предпринимателям. И потом, опять-таки, мы сделаем круг по нашим гостям. И, собственно, уже будем заканчивать. Пожалуйста. Оновлений план дерегуляції на 2016-2017 роки, що був затверджений розпорядженням Кабінету міністрів та почав діяти з 23 вересня, включає в себе понад 120 пунктів. Переважна більшість з них є результатами громадських обговорень влади з представниками бізнес-спілки, фаховими та громадськими організаціями. Миколаївська влада також запросила місцевих бізнесменів до діалогу. Головна мета таких зустрічей – виокремити найгостріші проблеми, які найбільше заважають розвитку бізнесу, та створити сприятливий бізнес-клімат. Ми вас приглашаємо активно участвувати в обговоренні цих документів, внесенні пропозицій своїх, щоб ми могли все це скомпонувати, відправити на правительственний рівень, щоб були учтені ваші інтереси, чтобы вы легче и нормально вели свой бизнес, чтобы государство не мешало вам вести, а только помогало. Миколаївська бізнес-спільнота була умовно поділена на галузеві майданчики. На цю вже другу зустріч були запрошені представники промислової галузі. Такі профільні зустрічі стануть платформою для створення галузевих рад, що працюватимуть законно та на постійній основі при виконавчих органах влади. Рішення приймати вам. Если вы посчитаете, что вам необходим такой орган, и вы хотели бы на постоянной основе принимать участие в дерегуляции, в внесении изменений в нормативные акты, повторюсь, городского совета исполкома на областном уровне и, соответственно, национальное законодательство, тогда имеет смысл этим механизмом воспользоваться. Все це попереду. А поки тут на зустрічі обговорили основні проблеми, що на даний час турбують миколаївських промисловців. Однією з таких є земля, а саме оформлення паперів на оренду ділянок під виробництво чи отримання документації на продовження вже існуючої оренди землі. У нас не тільки виділення землі не існує. У нас на сьогоднішній момент ми півтора року продлеваємо договір оренди дійсний. А якого виділення землі може бути річ? Ті, якщо ми навіть не можемо продлити оренду землі. Це взагалі нонсенс. Другою головною проблемою, що потребує термінового вирішення, промисловці назвали колосальний відтік кадрів за кордон на заробітки. Бізнесмени запевняють, що робота у місті є, та більша частина працездатного населення, що залишилося, стоїть у центрах зайнятості і взагалі не має бажання йти працювати. Все, хто приходить, ну, як же там положено, треба ж об'явити вакансію, так і так далі, є определений порядок дій. Все приходят только ради одного – пишите отказ. Почему вы не подошли, мы вам там еще чего-то и так далее. Никто не хочет работать, потому что можно получать деньги, не работая. Крайне выгодно стоять на бирже. То есть работодатели знают, они знают, что крайне выгодно стоять сейчас на бирже. Так или нет? Так. Эти деньги, которые выделяются на бирже, всем очень нравятся. И никто не спешит устраиваться на свое место работы. Так или нет, работодатель? Да. Також обговорили питання неефективності системи Прозора для малого та середнього бізнесу. Як виявилось, проблем у бізнеса багато. Тому всі питання, що обговорювалися, будуть внесені до нормативних актів та відправлені у вищі інстанції, аби спільними зусиллями створити сприятливий бізнес-клімат та допомогти малому та середньому бізнесу розвиватися. Отже, показавши сюжет про те, як зустрічалися представники бізнесу та міської влади, я думаю, ми логічно підвели до того, що, знову ж таки, по дві хвилини отримують наші гості для того, щоб поговорити і про це в тому числі. Будь ласка, цього разу почнемо з вас, Олена Андріївна. Ви знаєте, сьогодні ми багато говоримо о самих регуляторних актах. Но у нас ніколи ні один регуляторний акт не буде працювати ефективно, до тех пор, пока у нас не будет тот человек, который написал культурный акт, прежде чем он начинает работать, его кто-то разрабатывает, а потом кто-то принимает.
И вот когда его разрабатывают не профессионалы, а чиновники, которые сидят на каком-то уровне, городском, областном, всеукраинском, не зная, как работает система, бизнес работает или другое направление, он на свою думку разрабатывает регуляторный акт, потому что у него есть, это его задание ему это сделать. Но проблема в том, что человек, который разработал, и те, которые приняли, не слышат людей, для которых они принимают, они отдалены от этого. В результате мы получаем не регуляторный акт, а какой-то документ, который фактически направлен, или в нем сидит большая коррупционная составляющая, или документ направлен просто на разрушение той части, для которой он предназначался. И самое страшное, мы сегодня никто об этом не сказал. У нас существует уже более 20 лет, у нас нет ответственности никого, кто бы ответил за тот регуляторный акт, который нанес экономике страны, народу страны, нанес удар какой-то, ущерб нанес. И те регуляторные акты, даже если на местном уровне, это положение по аренде земли, по коммунальной собственности, о которых мы все время говорим. И мы слышим постоянно, что о чем мы можем говорить об аренде, если мы продлить не можем. То скажите, пожалуйста, договор аренды, а кто за это ответил, что город Николаев недополучил определенную сумму денег? Я хочу вам сказать, вот здесь поднимался вопрос, то ставила задача, что рассказать, а что мы делаем? Мы говорим о том, что создаются регуляторные отраслевые советы, мы уже их создали, тоже у нас уже 17 отраслевых советов создано, работают. И первое, что взялись мы за регуляторные акты. Три регуляторных акта сейчас пересматриваются. Надеемся, до конца года они у нас пройдут обсуждение уже с депутатским корпусом. И будем надеяться, что выйдут на сессию. Так вот, пересматриваются они как раз теми, кого они касаются. Я проходила в 2013 году обучение в Америке. Я обратила внимание на то, что почему вот люди живут там по-другому, почему у них принимается какой-то документ, закон, и он не пересматривается. Потому что очень высокая активность людей. У нас же все наоборот. Документы принимаются, посмотрите, проходят положение, решение через сессию городского совета. Кто из малого бизнеса сегодня берет этот документ и читает? Это единички, когда берет. Они малый бизнес, представитель малого бизнеса должен отслеживать. И когда идет проект, он должен его вычитать и пропустить через себя. И найти те изъяны, которые будут ему мешать в работе. И подать свои предложения. На каком-то этапе вступить в переговоры с властью и требовать того, чтобы эта норма была или убрана, или была откорректирована, чтобы она потом не несла своей ответственности. Это говорит о том, что надо повышать еще активность людей. Конечно, через отраслевые советы, через громадские объединения. Это любой формат. Но самое главное, чтобы у людей появилось желание вмешиваться в этот весь процесс. И тогда не надо будет дерегулировать. Проще принять нормальный документ и его не дать. Спасибо. Ну, Валерий Евгеньевич, по-моему, вам просто роскошный мячик подала Елена Андреевна. Валерий Евгеньевич, милости прошу. Ну, как бы единственное, во всем я согласен. Единственное, я не согласен с тем, что на самом деле любой регуляторный акт, уже давно существует процедура, они вывешены, они опубликованы, бизнес просто не хочет пользоваться этой процедурой. Но я, вот слушая дискуссию, у нас разноплановая дискуссия, и вот когда где-то вот режет что-то слух, хочется на это сказать. Ну, вот мне хотелось сказать, что, ну, наверное, никто не скажет, что я когда-то был удобной власти, когда я работал либо в исполкоме, либо где-то. Но вот здесь тот случай, когда я бы хотел бы вступиться за власть, потому что уж сильно меня резануло вот слух, вот пошли вот рвать власть на все части. Вы знаете, на самом деле в любом здании и в областном, и в городском есть достаточное количество людей профессионально подготовленных, но есть и достаточное количество балласта. Вот сейчас, когда обсуждают структуру, когда говорят, вот она совершенная, несовершенная, для меня не является важным, какому заму будет подчинен какой отдел. Есть функции, они будут выполняться. Но для меня крайне важным, использована ли будет вот эта возможность избавиться от большинства балласта людей, которые не дают реформировать что-то. Ведь у нас меняются губернаторы, мэры, замы, с желанием приходят. Но вот эти люди, которые находятся в этих кабинетах, они основные регуляторы, и вы ходите к ним. Поэтому очень важно использовать эту возможность. И еще, опять же к теме, возвращаясь, регуляции, дерегуляции, изменения процедур. Алексей Кочубей, с 90-го года мы занимались регистрацией. Я был в регистрационной палате, Алексей был фирмой, которая занимается. Он подтвердит, что когда мы начинали заниматься этой темой, для того, чтобы зарегистрировать фирму, это было примерно так же, как извести землю. То есть это была сложная процедура. Приняли закон,
исключили все вот эти коррупционные составляющие, и сегодня никто за регистрацию фирмы денег не дает. Я приводил пример. Вы знаете, что было причиной у нас смены власти в области? Это отвод карьеров. Но почему это возникло? Из-за того, что депутаты были другие. Потому что среда предоставляла право. Несколько депутатских комиссий. Люди принимают решения по серьезному такому финансовому вопросу, но за это никто не несет ответственности. То есть убирание вот этой среды возможностей как раз предоставляет возможность прозрачности и эффективности этой регуляции. Спасибо огромное. Артем Николаевич. Вот я продолжу мысль, которую Валерий Евгеньевич сказал. Вот вы знаете, я как предприниматель не желаю знать фамилию чиновника, который принимает то или иное решение. Не хочу я это знать. Я хочу подготовить пакет документов, четкий и понятный. Сдать его в сервисную службу. Будет она называться там ЦНАП или как-то иначе. И в установленный срок, в электронном виде, в бумажном виде, получить четкий и понятный ответ. А вот вся процедура, которая внутри, она должна быть прописана настолько, чтобы не было решающего слова у того или иного чиновника, а в ряде процедур, чтобы не было того, когда депутатские комиссии решают персональные, фактически личные дела предпринимателей. Не будет персональной заинтересованности, не будет, скажем так, коррупционный риск в этом будет меньше. И сделать это, в принципе, возможно. К вопросу о горных отводах на уровне области – процедуры нет как таковой. То есть это можно сделать, прописав нормальную четкую процедуру, вынося эти вопросы на аукционы. Средства, которые поступают в результате финансового конкурса, попадают в те общины, которые в рамках еще одного дерегуляции, да, сегодня приобретают большие права. Соответственно, довольны все стороны. Довольны жители территории в том, что у них заработает новый объект, появятся рабочие места. В том, что за это уже внесли в бюджет определенную плату. И система таким образом может работать. Поэтому зависит все от качества регуляторной среды. Как этого добиться? Через действительно экспертное участие. Мы понимаем, что те, кто готовят эти акты, не всегда компетентны. И спасибо, Елена Андреевна поддержала эту мысль. Я говорил об этом сегодня уже раньше. Поэтому участие экспертов от бизнеса через инструменты отраслевых советов, через инструменты регулярных встреч, через открытые слушания и прочее, это действительно возможность нам с вами, каждому, повлиять на ту отрасль, в которой мы заинтересованы, в которой мы ведем свой собственный бизнес. Спасибо. Я предоставляю слово Юрию Борисовичу. Хочу сказать только о том, что у нас на программе уже несколько раз выступали депутаты, чиновники, и они говорили, да какие там взять на рассмотрение, да уже есть четкий закон, если вовремя не вернули документы, то все, как бы решение принимается автоматически. Вот я не могу понять, честно говоря, да, есть законы, есть нормы, есть правила, есть регламент. А все равно есть люди, которые решают вопросы. А все равно есть те, кто вынужден ходить и заносить. Вот когда это закончится? Вот может быть, когда это закончится, с этого начнется и вот та самая дерегуляция, о которой мы сегодня говорили 2 часа. Юрий Борисович, пожалуйста. Действительно, есть законы, как вы говорите, если, допустим, не выдали вам дозил, там она продлевается автоматически, но не во всех сферах. Возможно, мы и поэтому говорим о дерегуляции, что если все законы будут такие, что если не принято решение органами местного самоуправления, органами власти, то он автоматически и продлится там. Возможно, это и будет дерегуляция. Но я хочу закончить с того, с чего начинал. Я считаю, что дерегуляция будет успешна только в том случае, как я уже сказал, когда будет обоюдная ответственность. Ответственность власти перед бизнесом, не вмешиваться в бизнес и уменьшить давление на бизнес там, с любых сторон, но и ответственность бизнеса перед властью и перед государством, перед своими гражданами. Что бизнес должен быть прозрачный, честный, все должны быть платить налоги в полном объеме, и тогда и власть, я думаю, меньше будет вмешиваться в работу бизнеса. Что же касается наших межотраслевых советов, то действительно ряд, как я уже говорил, актов у нас надо менять регуляторных. К сожалению, пока формат встреч показывает о том, что мало предпринимателей все-таки приходят на эти встречи. И хотелось бы, чтобы на эти встречи приходили предприниматели те, которые действительно имеют опыт работы в своей сфере, которые грамотные, которые знают законодательство в этой сфере, и чтобы мы от них получали действительно дельные и нормальные предложения, чтобы этот нормативный акт, который будет приниматься, соответствовал всем требованиям, действительно облегчил бы бизнес.
Спасибо огромное. Мы уже практически исчерпали время программы, но если Александр Рахмановский за полминуты сумеет подвести черту, я ему дам эти полминуты. Я хотел бы, мы поговорили как специалисты, я хотел бы обратиться к нашим зрителям, обычным людям. Очень часто те самые коррупционеры, о которых я говорил, начинают раскачивать вас, рассказывая о том, что если вот не будет регулироваться бизнес, то будет апокалипсис, чума, вас всех обманут, обвесят. Это делают коррупционеры. Потому что как раз дерегуляция и призвана повысить конкуренцию, и чтобы вы могли купить товар не у того прощелыги, который договорился со всеми и поставил здесь ларек, а у любого предпринимателя настоящего, чтобы любой предприниматель мог поставить этот ларек и сделать не, ну, не в нормальных условиях вам предоставлять услуги либо товары. Поэтому дерегуляция, это правильное понимание этого слова, это как раз для нас, потребителей, будет лучше. Дякую, Олександре. Ми вже перебираємо наш час в ефірі, і тому все, що я можу сказати, повторити те, що я дуже багато разів вже тут казав. Не будьте байдужими. Від кожного з нас залежить те, що з нами відбуватиметься. Дякувати Богові, дякувати активності наших громадян, дякувати конкретним людям. У нас вже є механізми для реалізації своєї активності. У нас є механізми, у нас є майданчики, на яких ми можемо не тільки обговорювати наші проблеми, не тільки скаржитися на те, що все погано, а брати участь у прийнятті, в опрацюванні тих рішень, тих законів, за якими завтра нам усім жити. Тому, будь ласка, ви бачили цих людей, ви чули про це, про те, що вони казали. Ви розумієте, що без кожного з вас, без вашої активності не відбудеться нічого. Тож, будь ласка, не будьте байдужими. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.